Алло, всем привет, ребятушки. Вы на просторах развлекательного канала, но не помидорка за решеткой. Всем привет, в общем, как обычно, пишите, нормально ли меня слышно. И я вам свое пока что-нибудь расскажу. Спрашиваю, где Даша? Даша сегодня занимается делами более важными, чем, собственно... Ну, поняли. Я сегодня бог фотошопа, я эту картинку за 15 минут сделал, короче. Ой, вот, осваиваем, да. Это было тупо, я знаю, но мне нравится. Вот. Так, по поводу озвучки сразу хочу сказать, что озвучка будет русская, потому что ее нельзя переключить. Я бы, на самом деле, вот впервые за долгое время, я бы действительно переключил озвучку. Но ее нельзя переключить, не запоров полностью весь звук. То есть можно поставить в системе английский язык, возможно, что-то произойдет, но я не буду так париться, потому что не надо. Вот, музыка, да, из Modern Warfare 2, потому что, ну, мне нужно было что-то эдакое найти. Короче говоря, мы сегодня с вами играть и... Да, я сегодня упор, как обычно, это же вечер, это нормально. Сразу хочу сказать модераторов, хочу попросить терпения, потому что я знаю, что сегодня помимо наших основных, очень добрых, умных и красивых, и очень сексуальных зрителей, прибудет куча всякого непонятного отребия, которое будет срать в комментариях на тему... ну вы поняли, на все подряд темы. Пожалуйста, будьте сегодня пожестче, потому что нам нужно сохранить в чате всю ту атмосферу, которая, собственно, ну, которой ценится наш канал. Ну вы поняли. Так, ну и собственно что? Что там из бочки звуки? Ну да, озвучка такая, в общем. Короче говоря, сегодня будем вот так вот играть. На самом деле колда понравилась, она такая, ничего. Ну вот именно, народ ругает ее за то, что конвейер. Вы не учитываете, что на самом деле... Так, читер. Привет, Артур, удачного стрима, хотя, когда я последний раз жаловал тебе удачи, сломался звук. И спасибо, ты просто мастер подобрать музыку к стримам. Спасибо, не слово по-русски. Ну вот, видишь, придется слово по-русски. Так, я тут немного чатик упорол. Так вот, короче говоря, те люди, которые хейтят Call of Duty, они его хейтят каждый год, они не понимают, что игры такого плана. Ну, если раньше, допустим, их еще было, сейчас их тупо нет. И в итоге, ну, как бы... Колда это колда, в нее поиграть, повзрывать пару вечеров, и прикольно. И основной прикол, конечно же, по сети играть. Да, понятно, что цены сейчас там завысили и тому подобное. Но это дело в том, что, ну, вы понимаете, да, сейчас вот эта вот с финансовыми ситуация в мире не очень добрая. Ой, извини, там Трис Меригольд подружилась, поздравляю. Так, хорошо, мне нужно сделать так, чтобы вот это дело, оно было не тут, потому что я его не вижу. Давайте я вот сюда вот куда-нибудь поставлю. И следующий, кто подпишется, Трис Меригольд. Я надеюсь, что ты девушка, потому что Трис Меригольд — это очень красивое женское имя. Дай обниму тебя. Вот, короче говоря, колда — это такая игра, которая, ну вот именно, она прикольная. В своей стихии она, да, не меняется, но она постепенно становится все лучше и лучше. Я недавно запустил четвертую колду, но первую Modern Warfare. Она мне казалась просто каким-то там, я не знаю, произведением искусства для своего времени. Но сейчас запустил, она пипец как устарела, она деревянная. Вот современную колду и старую колду взять — это две большие разницы. Как-то вот так вот. Я не вкушал, но тем не менее, не волнуйся. Я сегодня не буду ныть по поводу того, как охота кушать. Ну, в общем, короче говоря, такие дела. Давайте сначала поиграем в сингле, потом вполне возможно. Я пока просто не понял, как мне вас добавить. Вас много, а я, блин, один. А здесь всего 4 слота максимум. С Тёмы сегодня, у Тёмы есть ключ, он не успел. Ой, подожди, палюсь. Тихо. Это я настраивал звук. Я тут еще даже не успел... В смысле ничья? Тут никого нет. Собрались. Эта херня не закончится, пока мы не победим. Идите дальше тренироваться. Хорошо. Ладно. Я, короче, запустил локальный мультиплеер, а тут этот, вот это вот дело. Я не буду сейчас вебку, я сижу с голым пузом. Пузо ты мое видел бы, оно у меня лежит на коленях огромное. Зачем мне вебка? Не шути так. Так, мужчина, давайте уже как-то этот в игру войдем. В общем, как хотите. Мы с вами сегодня будем играть с самого начала опять. Или продолжим с того места, где мы вот это вот. Ну, то есть закончили первый взгляд. Говорите сразу. Лагает у тебя, лагает не у меня. Рокки Грин, привет, Артур, удачи на стриме. Кстати, фотошоп получился шикарным. Да? Серьезно? Ты мне льстишь, я криворук. Так, хорошо, ладно, давайте уже начинать. Кстати говоря, если хотите, продолжим. Продолжим, так продолжим.
Если хотите хорошей озвучки в этой игре, то запустите режим зомби. Там такое ощущение, что озвучивала другая бригада. Это такой зачет, такой зачет. Так, мы сейчас продолжим. Давайте я вам только покажу. Это буквально вот будет минут 5, я вам покажу режим зомби. Понятное дело, что его нужно играть в мультиплеере. И поиграю в него уже, когда Тёма игру скачает. Да и с вами немного побегаем, наверное. Давайте я просто вам покажу, как это дело работает. Здесь сюжет, короче, своя атмосфера, там нуар. Круто же. В общем, сейчас я вам покажу режим зомби, а потом мы побежим по сюжету. Да я уже заметил, что большинство запродолжим. Все. Все, ребята. Так, подожди, музыка. Тихо. Музыка. Хорош. Привет. Я знаю, что на тебя накричала. Сказала то, чего не надо было говорить. Но я просто разозлилась. Расстроилась. И ты знаешь, меня уже почти взяли в кино. Ну, то есть они знают, да, блин, ритуалы, тихо но... там. У меня чат сломался. Ты же не станешь мешать мне стать звездой. Правда, малыш? В общем, приноси фотографии и мы... Да у меня там этим будет писаться, как их задание, сюжет, я их не буду видеть, поэтому я приду. А тут патроны будут писаться. Передайте привет, Даша. Большая проблема. Привет всем. Мэр пытается заработать себе репутацию. Сует нос, куда ему не следует. Поднимает дела. Подозревает полицейских во взятках. Прикольно, да, с сюжетом зомби? Мы встретимся на обычном месте. Перетрем. Как все это замять нахрен, пока шум не поднялся? Мужик, я хоть раз тебя подводил? Гарик Сукачев, ты что, наркоман? Я старался уже больше года, и времени совсем мало. Всего пара недель. Но этот бой я выиграю. Охереть. Понимаешь, я не полагаюсь на удачу. Может, он и фаворит. Но сегодня все изменится. Только сделай так, чтобы судья... Слушай, он тут так молодой такой. Это будет грязно. Зато потом, когда вы соберете долги и ставки... Если игра тихая, прибавьте громкость. Я себя убавил сейчас вот так вот. Надеюсь, что теперь меня не будет заглушать игра. Напишите, я как нормально. Я понимаю всю серьезность ситуации, иначе зачем бы я стал говорить с моим адвокатом? Да, это Рон Перлман. А чтобы между нами... Не возникало недопонимания. Скажите, пожалуйста, а этого вы типа не узнали, что ли? Долги моей жены. Вы не знаете, Джефф Гольдберг. Полностью ли оплачена наша страховка? О, нет. Нет. Не сомневайтесь. Мне бы и в голову никогда не пришло так поступить. Я просто хотел убедиться, что наши дела в порядке. Я наблюдал, я видел все ваши грехи, все... Так, еще себя убавляю, сейчас я настроим. Чуть-чуть убавляю себя, вот так вот. Но... Сейчас просто стрельба начнется, и вы ничего не будете слышать, что я говорю. Все, ниже не убавляю. Зачем вы все это делаете? Чего вы надеетесь достичь? Разве вы не видите всей бессмысленности вашего существования? Вы всего лишь осколки безграничной вселенной. Ваши грехи послужили лишь приглашением. Приглашением для зла, которого вам не понять. Я проведу вас. Охереть, я не знаю, это реально лучшая игра от Триархов, наверное. Потому что я увидел, мне все очень нравится. Это, наверное, лучшая колда. Благодаря мне, за долгое время. Человеку тени. Вы обретете искупление. Тащит, короче, прет, нравится. Нуарчик такой. Смотри. Перман такой говник, пипец. В кепочке. Ему бы еще рога, было бы круто. Короче, ну сам режим по-прежнему очень примитивный. На вам лежит метка. Вы прокляты. Положите руку на камень. Примите свою судьбу. То есть здесь слышу? Стандартно. Нужно покупать оружие, убивать это зомби. Тебя? Я видел во сне. Ты так, в порядке? Сек. Ты выглядишь как-то странно. Короче, и нужно заделывать эти штуки. Ну, вы поняли. Режим зомби, кто его не видел, нормально. Режим зомби здесь сделан реально круто. Патронов не так, чтобы много. Убивают довольно быстро. В толпе играть в это довольно забавно. Да сдохну уже.
И, кстати, да, это одна из тех игр, которые удобно играть на геймпаде. Сейчас один раз сольемся, потому что... Так, у меня 1000 есть. Рисунок проявляется в реальности. Такое я уже видел. И потом побежим по сюжету уже. Они уже извратили этот мир своим чудовищным злодейством. Вы ого. Были избраны. Вы прокляты. Мне кажется, да, это геймпад, это PlayStation 4, написано. Его послушать по-настоящему. По-моему, оттуда прут. Я тебя тоже люблю, блинкорез. Блинкорез? Не знаю. Дай! Кто-то говорит, типа... О, господи, сейчас меня, похоже, схавают. Типа, неправильно делать, что сначала, в общем, наводишь эту штуку, а потом селишь. На геймпаде это так работает. Я понимаю, что на клавомыши вы привыкли по-другому, но так удобнее. На PC покупать, если и буду, то только чтобы с Дашкой, с Тёмой, с Танюхой вчетвером поиграть. Но одному в это скучновато. Так, погоди секунду. Напишите-ка мне, по-моему, оно орёт. Если я чуть-чуть прибавлю, потому что я себя плохо слышу. На PS3 есть, но лучше не покупай. Это такой бред вообще, взблёк просто, по-другому не назовёшь. Такой графики плохой я не видел ни в одной Call of Duty на PlayStation 3. Эй, ты там? Тот, кто с нами сейчас говорил. Диалоги, смотри. Ты можешь нам хотя бы объяснить, что происходит, черт возьми? Это похоже на тот факир. Да твою мать. Короче, я бы на самом деле сейчас выключил, потому что так можно долго. Это, в принципе, поначалу довольно просто. Ну, в общем, вы поняли, как режим зомби работает. Он довольно забавный. Я бы сказал. Так, теперь скажите, норм стал, нет? Так, берем. Удвоение очков. И на самом деле, вы знаете, в толпе это играть довольно весело. Ну ладно, вы поняли, короче говоря. Такой режим зомби. Вчетвером играть очень весело. Black Ops в первом было круто. Во втором похуже. Ну, второй Black Ops в целом похуже. Третий, походу, снова норм. Короче, вот так вот. Выглядит упорото, но довольно забавно. Запись на YouTube, посмотрим. Правообладатели не будут придираться, будет. Да будьте сингл, я же просто показал. Не парься. О, сейчас кто-то в ад уйдет. Прямиком в ад. Я вот даже сам, если успею, модераторы. Модераторы, дайте я забаню навеки вечные. Получи. Слушай, она долго грузится так. Так, хорошо. Все, давайте компания. В общем, поначалу играем в сингле, но вы учитываете, что любое здесь сюжетное задание можно проходить в кооперативе с тремя, по-моему, людьми. Ну, максимум, я имею в виду. И вы помните, с нами произошло страшное, да? Все в порядке. Успокойся. Расслабься. Да блин. Все будет в порядке. Мы их перехитрили. Добились своего. Люди всегда будут умнее машин. К сожалению, твои раны оказались весьма серьезными. Жить будешь, но до выздоровления далеко. Ты кто? Это я, Тейлор. Тебе пора... Простите, я тут кое-что настраиваю. Давай. Пока. В общем, чтобы переключать, когда катсцены, чат выключать. Надо было это сделать до стрима. Ну, вы поняли, да, вы помните, что с нами случилось в конце предыдущей миссии. Нам оторвали обе руки, сломали ногу, в общем, и по сути разместили так, что главный герой он был бы не жилец, он как Адам Дженсен. Но его в итоге восстановили. Эй, ты еще здесь? Ну да. Очнись. Тейлор. Ага. Ты помнишь, что случилось? Это не Марк Стронг, это чувак из предыдущей части. Ну, представь, что да. Прими это как факт, если что, всегда можешь проснуться. 12 декабря 2054, 7:30 утра. Мы на частном поезде, который направляется в Цюрихский штаб корпорации «Единство». Наш груз
прототип для проекта нейронной сети Союза Уинслоу. Его ядро — это ИИ, которое может себя перезаписывать. Ну тут давайте без чата вообще поиграем. Подключаться к другим системам. Последнее слово техники в то время. Он может произвести переворот во многих военных и мирных областях. Ну, или мог бы, если бы поезд дошел до места назначения. В 7.31 утра террористическая группировка подорвала поезд. Это отбросило нашу программу робототехники далеко назад. Предотврати это. Но это же невозможно. Что со мной происходит? Прямо сейчас? Ты в искусственной коме. Тебя готовят к операции. У тебя в голове новое оборудование. Называется прямой нейронный интерфейс, или ПНИ. У меня такой тоже есть, поэтому я могу с тобой сейчас общаться. Твой ПНИ соединяет твой разум с твоим новым телом и окружающим миром. Мы связаны. Все это симуляция внутри наших разумов. И тебе еще нужно многому научиться. Лицевая анимация прикольная. Хватит меня просить про озвучку, я не могу переключить озвучку, я не могу включить субтитры, это невозможно. Блин, я не знаю, половина сообщений в чате, у меня опять бомболило. Так, ладно, сталилитейный завод. Воюем с Союзом непонятным. Но тут не по-русски. 11 декабря 2054, 11.30 утра. Защитные войска Цюриха получают анонимное сообщение о нахождении убежища террористов. К сожалению... ЗВЦ недооценили тяжелую артиллерию этих подонков. И их поймали без штанов. Были потери. Результат? Поезд сделал бум. Помнишь Диаза? Кажется, да. Он поможет тебе разобраться в новых крутых штуках. Здорово. Связь, точно такой же смотрю, руки. Синхронизируйся. Эй, Тейлор, ты гребаный подонок. Он не слышит. Если нам надо связаться, ПНИ работает на закрытой частоте. Я даже не думаю об этом. Но, чтоб ты знал, если тебе захочется назвать Тейлора подонком, он тебя отделает похлеще, чем те роботы. Хорошо. Пойдем проверим, так ли легко сделать из тебя швейцарский сыр, как из тех несчастных. Окей, прикольно. Оружие и хвост. Погнали. Так, кто наши, кто не наши. Получите. Блин, я скучал по этому. Кто-то спрашивает, почему графика плохая. По-моему, в игре отличная графика. Я не знаю. Ой, отличный номер. Отличный начал. В колде там как-то 6, ой, в Титанфолле. Я что-то на Титанфол подсел, в общем, не знаю. За два дня докачался до какого-то. До 20-го уже уровня, по-моему. Не так много, но для меня много. С геймпада целиться стало чуть-чуть поудобнее, потому что я... Твой ПНИ узнает важные данные, и ты можешь следить за ходом боевых действий. Переключись в тактический режим, как будто открываешь глаза впервые, да? Да? Поднастроил чувствительность, но все равно, конечно, на геймпаде такой динамичный шутан, мне непривычно играть. Я имею в виду на DualShock. Xbox One мне больше нравится. В этом плане. Хорошо. А. Используй подвижность. К ней нужно привыкнуть. Скоро ты будешь уверенней. Попробуй, и у тебя все получится. Чтобы бежать по стенке, нажмите. А тут давай хард, чуть помучайся. Кстати, сдал на права. Категории Б, можешь поздравить меня. А 10 на... О, чувак, поздравляю. Я с первого раза сдал. Не, на самом деле это... Да, молодца. Молодца. Что я делаю? Че ж вы мне в спину стреляете, ну? Я сейчас выпендриваюсь, короче. Подкрепление на грузовике. Видишь красные и желтые отметки? Это зоны смерти. Держись от них подальше. Получите.
Ау. Здесь еще дофига нычек, и я что-то мечусь, надо именно, блин, воевать. Да дивас, господи. Враги в этой игре тупенькие, ужасно тупенькие. Ну да, в принципе, ты колда, поэтому удивляться не стоит, наверное, да? Это какой-то вообще изи мод, смотри, он нам показывает траектории все. Все такое. Ну, в принципе, наверное, норм. А есть дробовик? Было бы неплохо. Живой? Смотри, какой потный парень. Что не понравилось в этой колде? Оружие подбирать нельзя. Это, в принципе, норм. Если из колды хотят сделать Destiny, то это норм, но непривычно просто очень. Я вот, допустим, всегда, как правило, стоковые пушки выбрасывал, мне было интересно вот это. Но я имею в виду сингл. Я про сингл говорю. Данные старт режима синхронизируются в всей команды. Один из нас видит, все видят. Даже сквозь прикрытие. Я понял. Я тебя понял. Его, походу, никто не видит там, да? Серьезно? Не останавливайся! Проверь патроны! Хватай еще, если надо! Нет, слишком долго. Ой, мама. Оторвало нахер. Командир! We got a man down! Ей до Destiny как до Китая? Не знаю. Destiny очень крутая игра, но в колду достаточно денег вкладывает. Там посмотрим. По первым дням трудно такое сказать. Мне поначалу, допустим, Destiny с самого начала понравилось, но... Мама. Меньше базарить, больше стрелять, потому что опять отвлекать. Мне надо. Вот это около бочки стоять очень много. Нахер пошел. Серьезно, тут наверху есть чувак, его не дать. Подожди. Что тут есть? Мне показалось. Я просто нычки ищу, тут всякие прикольные штуки подбирать можно. Понравилось. Все, нет, ребятушки. ПНИ — это не просто коммутатор. Он позволяет взаимодействовать с разными компьютерными системами. Включая примерно все простые дроны. Наземные двуногие роботы. Они коварные, братан. У этих тварей коллективный разум. Попробуешь к нему подключиться? Сабрина спел, но привет, Артур. Господи, озвучка сделанная на коленках, такая прекрасная, аж кровь из ушей. А так вроде динамичненько, жду твоей оценки. Это уж... Можно легко поиметь. Ты слышала же? Давай. В этом... Сломай! Смотри, что с другой стороны стены. Та самая япона-мама. На патрон. Спасибо. Подходит как вторая кожа, правда? Где-то ну, там прикольно. Есть генератор, достань его, и дверь откроется. В общем, в зомби режиме озвучка была нормальная. Так. И тут на кооп тоже все рассчитано. Вы видели, сколько тут этих штучек? Поэтому одному тут довольно сложно временами жить. Врагов много. Но у них интеллект, как у леймингов каких-то. Понял вас. Нашего зацепило! Тупики, что пипец. Не, вот так забавно. Подожди, чё? Да, подожди. Сломанная рука робота. Так, я хочу летающую хрень. Это какая-то стрёмная. Так, Р поднялся, он спустится, понял. Из врагов, друзья. Окей, отлично. Куда, мать твою? А как же удовольствие? Быстрее бы же обучение пройти. А, какое-то бессюжетное. Так, враги тут не подсвечиваются. Рон-дон-дон еще будет ли? Не знаю, в ближайшее время будет много игр всяких, поэтому, может, не успеем. Может, успеем.
Да подожди, так по приколу пострелять. Взорви ему вот это вот все. Прикольно, что как? Что-то меня кумарит по ней. Ладно, сейчас меня сломают, поэтому давай. Напарник, я так понимаю, для мебели, да? Боюсь, волна FD от взрыва генератора поджарила твой дрон. Давай, пошли! Блин. Не, прикольные штуки. Адам Дженсен, есть ли ОГГ ноги? Спасибо за стрим. Есть, и они кибернетические. Подбирай боеприпасы всегда, когда видишь ящики с ними. Последнее, да, что себе патронов, нужно, я не знаю, как у дурачка фантиков. Зачем так много подбирать? Оно и так норм. Мне бы дробовик. Хочется дробовик. Второй уровень. Если у тебя творческая натура, попробуй взломать эти турели. А, слушай, прикольно. Вот так. Теперь разверни их и разобьи врагов к чертовой матери. Реально Deus Ex? Нет, это синдикат больше. На синдикат похож. Типа что, взламывают там всякие штуки можно. Его она писал мне. А? Нахер. Так, кто там еще? Вдалеке где-то пасся. Мужчина. А, ладно. Так, сейчас, похоже, турель мою смаслят. Ладно. Я могу его выключить? Норм. Недоумки. Надеялись, что турели их защитят. За киберспособности тоже надо платить. Требуется время на перезарядку. А. Следи за интерфейсом. Понятно, кулдаун есть, тому подобное. Господи, геймпад ненавижу. О, чувак, можно этого дробовик возьму? Или до сих пор нельзя? Ну, они теперь виртуальные, поэтому, наверное, нельзя. Держите обратно, мне не жалко. До свидания. Да, очень удобно. Удобнее некуда. На шутере, ой, на геймпаде играть такие вот шутеры динамичные. Подключись к центральной консоли, вытащи, что сможешь. Здесь просто знаешь, в чем прикол? В том, что оно все доводится, вот это вот автоприцеливание, автодоводка. В мультиплеере как-то нормально, потому что ты привык именно вот, куда ты навел, туда оно стреляет, а тут оно тебе помогает. Да нахер такую помощь. Не хочу. Сам привык. Из этого не удобно. Остынь и расскажи, что случилось. Артем Задрот, желаю тебе хорошо провести время, проходи по Black Ops, и жду, когда ты будешь играть в зомби-режим. Думаю, что переносим Mirror Search как таклист на 24 мая. Что со мной происходит? Передай привет, Даша. Даша, привет. Твои чувства вызывают яркие воспоминания. Вспоминаешь звуки, места, слова из песен. Вообще все, что годами не приходило на ум. С ПНЕ это все может быть еще глубже. Спасибо. Глюки в оптике, шепоты в ушах. Такое бывает. Доктор это поправит. Чувак, банят не за критику, банят за дебилизм. Поверь, все будет хорошо. И что теперь? Сейчас ты подключишься к этой консоли. Если получится, сможешь извлечь и обработать информацию за секунды. Ясно. У них был сообщник внутри. В этом единстве. У него было буквально все, что им нужно, чтобы обойти охрану на поезде. В ЗВЦ потребовалось 6 часов, чтобы добыть эту информацию о нападении. Результат? Поезда нет. У тебя это заняло 6 минут. Могло бы быть и 5, если бы тебя не напугали эти роботы. Итак, что дальше? Дальше мы найдем. А? Почему это было так тихо? Он сказал, дальше мы найдем этого сукина сына. В общем, по поводу Mirror's Edge, я считаю, что это очень хорошо, что игру перенесли. Потому что в этом году что-то до жопы игры вот с последний месяц выйдет. Реально, вот как во все поиграть, как на все деньги найти.
Так, все, погнали. Сейчас должно быть эпично. Потому что обучение кончилось. Террористы-подельники предупредили крота, и он был готов. Он взял с собой тяжелых роботов-пехотинцев. И снова защитные войска Цуриха налетели жопой на забор. Результат? Поезда нет. Мы потеряли его. Он ускользнул. Помнишь специалиста Сару Холл? Она проведет следующую тренировку. Делай все, как она говорит. Я ее сам обучал. Это Старбак? Она разведчик-эксперт. Еще с тех пор, когда это что-то значило. До появления ПНИ приходилось читать книги. В Академии Тейлор все время заставлял меня читать. Знания стоит заработать. Это окупается. Но на это нужно время. И именно времени часто не хватает. Ладно, салага. Теперь симуляция будет отличаться от реальных событий. Но все будет не менее реально. Используй воображение. Нажми L3 во время бега, чтобы перейти в быстрый бег. Ну, шлю тебе его положение. Я знал. Давай, а что, их реально перейти. Руками сломать? Серьезно? Во, вот это а нормальная пуха. Потенциал. Конечно, пушку нормально дали, теперь дело пойдет, теперь-то заживем. Раньше-то было говно, а теперь-то... Все еще в зоне видимости. В смысле? Наш пацан взламывает когти ЗВЦ. О чем это тебе говорит? Он очень испуган. Это ж не за компьютером сидеть. Он может их контролировать только, если у него есть ПНИ. А ты умница, салага. Не снимай его, салага, он нам нужен живым. Сукин сын продолжает двигаться. Ой, прости. Опять обучение, короче. Используй рекламный щит, чтобы перепрыгнуть через поезд. Подожди, я хочу. Ва-а. Не, я хотел на него попробовать попрыгнуть, но это прикольно было. Не знаю, паркур ничего такого. Используй рекламный щит, чтобы перепрыгнуть через поезд. Ладно, Трис Мерригольд, не хочу тебя расстраивать, но я парень. Хотя ладно. Точно стыдно. Он уходит в старый Цурих. За ним. Отлично. Активирую новую киберспособность. Паралич системы. Проще некуда. За киберспособности тоже надо платить. Требуется время на перезарядку. Следи за своим интерфейсом. Молодцом, салага. Слышь, женщина. Я за салагу 3 года мотал. Колда такая колда. Ну весело, не знаю, мне нравится. Чего? Ну-ка, так работает. Работает, все норм. Может, не надо, женщина? Это там стекло. Не потеряй его сейчас, салага. А, его живым надо взять. Да ты заткнешься уже, нет? Салага, салага, обидно очень. Это твой шанс, сбей его! Не круто получилось, а? Думаю, у подозреваемого еще секунд 15 до встречи с Безносой. Это не должно случиться, пока мы не получим информацию. Думаю, он уже больше никогда не заговорит. Ему и не надо. У него есть ПНИ. Press X to салага. Глубоко под слоями защитных протоколов ПНИ хранит записи о прошлых событиях жизни пользователя. И в чрезвычайных обстоятельствах все эти данные можно извлечь, используя грубую силу. Ты сможешь пробраться глубоко в их воспоминания, мысли, даже подсознание. И ты можешь выяснить все о планах террористов. Сдается мне, сейчас будет но. Нужно знать,
что эта процедура не просто очень опасна. Вмешательство связанного сознания просто оставит жертву овощем. Мозг умрет. Поверь мне, это очень херово. Ты сама сказала, что он уже труп. И кроме того, он гребаный террорист. Окей, пока что это очень синдикат напоминает. Ну, сделанный не жопой при этом. Тебе же ничего не известно. А сейчас? Я знаю, где они. Они используют старые туннели, чтобы спланировать атаку. У ЗВЦ ушли недели на добычу данных, полученные тобой через ПНИ. Результат? Поезда нет. Хорошо, что ты можешь принимать решение, когда нужно. Пора двигаться дальше. Блин, господи, какой вообще... Какая потеря с этой озвучкой? Даже я. Я в этом, короче, аудишене просто ноль. И то я бы смог сделать так, чтобы эти голоса звучали не вот так вот. Ну, просто идеально почищенно. Но это же... Мы под плотным огнем! Где подкрепление? В результате ЗВЦ отыскали террористов здесь. Себе на беду. Бедняги. Ты еще здесь? Жаль. Я проспорил Дезу, думал, ты уже умрешь. Весельчак — специалист Пётр Моретти. Он поможет понять, каким крутым засранцем ты стал. Помни, у нас все еще нет последнего пазла. Как они смогли загрузить взрывчатку в поезд? Для ясности. После всего, с тебя стольник. Окей, договорились. Вернемся к делу. Как ты знаешь, спецвойска круты тем, что нам достается самое новое экспериментальное оружие. Возможно, ты предпочитаешь огнестрел в бою, но с ПНИ твой разум — вот самое мощное оружие. Давай что-нибудь сломаем. Смотри, граната на нем светится. Это, наверное, для демаскировки. Сделаю на лампочке. Пулемет? Серьезно? Вот это вот по мне. Поразвлекайся с новой киберспособностью возгорания. Протестируй на всех модах. Действительно? Их уже тут не осталось на ком? Ты живой еще, что ли? Так, вот этот у нас один остался, давай. Артем Задрот, передаю тебе еще мания. Ресерч так должен говорить в конце февраля, ну и ладно. Главное, чтобы он вышел. Остальное, как бы, по-моему, норм. Я небольшой фанат Ресерч. Я один раз прошел и забыл, но стилистика там, это было круто. Совсем забыл про то, вот купи всяких вкусняшек. Хорошо, спасибо. Я не успеваю целиться с вами, ребят. Спасибо большое. Необходим захват цели. Ого, такой перезаряд, короче, во время этого. Получи! Настоящая япономать. Чатик хорош бобить, спасибо. Озвучка как озвучка, скажите. В целом, да, я с тобой соглашусь, но просто... Как и всегда, тебе нужно выбрать свою выгрузку. Используй системы, чтобы нейтрализовать преимущество противника. Окей, я загрузил тебе следующую киберспособность. Светлячки, рой горючих нанодронов. Нанодроны! Так, нажмите и удерживайте. Ага. Выпусти их и просто полюбуйся, на что они способны. Просто здесь при локализации разработчики, по-моему, допустили все возможности, которые только можно. Ошибки я имею в виду, возможности, что? Рой светлячков быстро с этим расправился. Приятно сгореть, Маклаш. Ты начинаешь мне нравиться. А ты мне не очень. Получи. Попробуй переключаться между ними. Да что переключаться? Светлячки — это просто победа. А, подожди. Не, вот так вот, короче, делаешь вот так. И вот так вот. А, да. Ладно, вот я сейчас получу. Протупил.
реально один из тех случаев, когда я могу сказать, что вот тут прям хочется кого побегать. Так, здесь можно поменять. Ну, в принципе, пока нам особо ничего нету, да? Это что, дробайк? Походу. Ну-ка. О, ништяк. Ой, хватит ныть, не тот Call of Duty, тот Call of Duty. Call of Duty всегда одинаковый, он с годами вообще не меняется. Это у вас розовые очки по прошлым инсталляциям. У них дымовые гранаты! Улучшенное зрение пригодится в любой момент, когда ты не можешь видеть. Да, я знаю. А, там ящик. Ну как тебе? Спасибо. Можешь больше никогда не париться, что там за монстр прячется в темноте. Сейчас, ребята, привыкну. Зачищено. Выключи УЗС. Если бы оно еще... если бы оно еще садило батарейки, как в Deus Ex, это бы имело как-то, я не знаю, смысл. А так у тебя реально год мод включен. На твою мать. Мы еще сделаем из тебя солдата. Здрасте. Живой? Нет, не живой. На. Ой, я потерялся. На самом деле, что-то в последнее время охота вот такие вот штаны поиграть с VR. С нормальной работой. Но я после того, как на Oculus попробовал Alien Isolation, я его для вас засниму. Ну, то есть, по-любому. Понимаешь, что штаны с этим делом, это просто будет победа. Вечеринка только начинается. Вперед! Главное, чтобы графон нормальный был. Вон там боты на дрезине! Порви! Гарри. Боты какие-то на дрезине. А тебе кинул. Колда Never Changes, да. А я только добавляю к нее новые такие вот свистелки приделки, по-другому не назовешь. А так, по сути, это та же самая игра. Это неплохо, это неплохо. Так. Вылез. Не, с дробовиком тут что-то как-то сложновато. Убей всех и собаку, пишется наркоман. На дрезине, порви их! Надо куда-нибудь пробраться, где мой дробовик будет иметь смысл. Серьезно? Смотри, вагон двигает. Это было глупо. Мультиплеер сегодня пробовать не буду. Ты видишь, я пока этот сингл-то не особо хорошо играю. Что мне там делать-то? Туда зайдешь, там люди, которые уже десяток игр прошли на PlayStation 4 геймпаде. Вот в этом у меня почему-то был ништяк, как его в Metal Gear, там был норм. О, помните. Иду в машинное отделение. Да, поставил. Дай! Включим читы. Дай. Мать твою за ногу. Давай. Блин, я думал, убьет. Постоял, подумал о бредном мире. Привет, Серега, Витис, Рус. И всем остальным вновь прибывшим. Привет. Пишите, как вам игра. Погнали. Здесь они пробрались на водоочистную станцию. За мной. Можно пушку сменил. Дробайк все-таки для такого большого помещения очень подходил. Посмотри на него. Пригни свою голову. Даже лучшие погибают. Понял, надо было стелсить. Отправить тебя на свидание. С Творцом. С Творцом. А почему эта пауза была? Для чего она вообще была? Так, отлично. Я сейчас охерею с дробовика в ту сторону стрелять. В обход! Спартанцы! На музыку явно не поскупились. Да на, лови. Ох, нихера себе. Так, надо валить.
Мама, если что, скажи, меня нет дома. Посидим, отдохнем, алё. А, игра как игра, но можно было и лучше. Всегда можно лучше. Всегда можно гораздо хуже. Да. Все? Слушай, с этим повысить сложность. Сейчас повысим, погодь. Я говорю, немного в управлении вклинюсь. Я пока не привыкну к стенкам. Как по стенкам бегать. Это не прикольно. Пригни свою голову. Даже мысли погибают. Пуля в башке отправит тебя на свидание. С дворцом. Кончи на этаже. Герочка. Даша, спасибо за Dark Souls. Посмотрел. Блин, чувак, не могу сейчас считать. Попозже почитаю, ладно? Пока что довольно сложно. Вернись. Ох, нихера она мне заслала. Обратно. Господи, этот дробовик что-то не стреляет, вы видите? Да проще так, зря я уже. Надо было с пулемета бегать дальше, как этот. Как умный. Вообще без шансов. В смысле без шансов? Свидание со Скворцом пишет. Да господи, дробовик, смотри, сколько раз я ему в голову попал, прежде чем оно прилегло. Ну да, первый раз я промахнулся. Есть такое. Я поднимать голову, Сережа. Побежал такой. Вот это вот то, что он засылает, это не очень хорошо. Так. Мы сейчас сделаем из тебя солдата. Ой, короче, да, попробуем вот эту вот штуку на них. Может, она им... Ребята, пойдите познакомьтесь с моими мошками. Так, и что мне тут прикажете с дробовиком делать? Либо упор переть, либо, короче, вот так вот по полчаса расстреливать. Слушай, а он неплохо их хавает. Ой, мать твою. Я не могу оружие сменить, то есть я подобрать не могу. Это не прикольно. Нахер взял этот дробовик? Обычное место получилось... Довольно-таки болезненно. Хотя для кого-то последнее. Открой-ка эту дверь. Пулемет говорит, бери, где я тебя возьму? Смотри, ты видишь, вот, вот оружие лежит, да? Вот. Я не могу его взять никак. Ну, то есть, вот этот прикол нового Call of Duty. Ты не можешь брать с врагов оружие. Оно на ID залочено владельца. Что это за место? Это. Здесь все пошло ко дну. Компьютер вон там должен дать нам представление, как они загрузили взрывчатку на поезд. Подключись. Сейчас, погодь. Короче, мы в голове у человека и при этом убиваем людей. Это довольно... Так, ничего. Придумали. С Тёмой поиграем на следующем стриме, наверное. Не знаю, не факт. Может, чисто в зомби-режиме. Это роботы. Они взломали охранных роботов. И загрузили взрывчатку на поезд. Трис Меригольд, спасибо. Спасибо. Пропан! Сюжет заключается в том, что все очень плохо, и кто-то в этом виноват. На самом деле, террористическая атака дала мощный толчок разработке проекта нейронной сети Союза Уинслоу. Если бы не страх повторения такой атаки, у нас могло бы и не быть программы киберсолдат. Подожди. Сейчас 7:25. У тебя еще 5 минут. Ты тут не в первый раз, салага. Посмотрим, можешь ли ты менять историю. Можно я оружие поменяю, а там уже и про историю посмотрим. Они ответят тебе тем же. Тейкдаун еще одна из твоих киберспособностей. Попробуй найти в ботах. Это симуляция. Ахаха. В смысле? Ну блин, было же весело. Качественное спиртное на один коллекционный предмет. Что это? А, это типа охранная система. Следи за флангом, они лево в окна. Ну хоть тут дробовик пригодится. Получите, а мы посидим. Не заставляй меня ждать, Тейкдаун.
Вот это то, что враги подсвечиваются, это отдельный прикол. Неплохо. Начинаешь осваиваться с тейкдаунами. Тейкдауны, тейкдауны. Ты мне предлагаешь их всех тейкдаунами, что ли? Смотри, а на втором этаже круто. Вот я бы на втором поездил. А вокруг такие... Они, кстати, показали такую типичную российскую глубинку, ну там, сугробы, короче, деревни, и говорят, все очень плохо. Типа, супер ураганы уничтожают нашу природу. Нашли такие, короче, ну ладно, такие. Типа, это все плохо, ты плохо не видел. Применяй тейкдаун, только тейкдаун, не смей стрелять у врага. Так, что под... сейчас этим другой ком, это просто... Припняй тейкдаун. Там пресс, попозже, бро. Я все же ничего не понимаю, но вроде говорят, что спасибо за стримы. Открываю все двери. Чемпион жив. Так, сейчас. Полетел. Использую ударную волну, чтобы вынести группу противников одним махом. Это прям как Хало. А, подожди, так это не ударная волна была? Так, подожди, ну ладно, сейчас, короче, убиваем. Противники просто лезут. В этой игре столько новых врагов, женщины, роботы. Так. Использую ударную волну, чтобы вынести группу противников одним махом. То есть как мне ее применить? Прыгнуть и... Ну-ка. Шок и трепет, салат. Шок и трепет. Хорошо, тут что-то сломалось, господа. Привет, Мерсер. Так, сюда мы не лезем, лезем сюда. Проект нейронной сети внутри вагона перед тобой. Его защищает 6 дюймов нанотрубок, но это не поможет, когда взорвется бомба. Тебе лучше поторопиться. Не сбавляй темп. Тебе нужно еще немного. А, недоступно. Блин. О май гад. Мазерфакер. Мама. Отдыхаем. Мама, да перезаряжь. Ах, ладно, короче. Проломился. Да я все время не смотрю в левый угол, мне микрофон загораживает. Так, отлично, у нас респаун. Отличный сейв. Да? Пипец. Сейчас, короче, мы тут похереем. Видишь, она просто прорывается через... Ага, только в прошлый раз она была не подзаряжена. Если бы ты был в курсе, то ты не говорил бы мне такие приятные вещи. Довольно сложно, кстати, мне нравится. Завтра постараюсь сделать анбоксинг, там много всего. И синдикат коллекционка, и вот кейс ваших посылок, там штук 5. Херня насквозь заминирована. Если я ее взломаю, попробую передвинуть или отсоединить вагон, все взорвется к братцам. Это слишком! Это слишком! Даже с компьютером в голове мне не хватит времени! Стоп, стоп, стоп! Это же магнитоплан! Если поменять полярность только в этом вагоне... Было невозможно предотвратить взрыв и спрыгнуть с поезда. Твой ПНИ может показать все варианты. Но только ты можешь принять решение, чем пожертвовать. Иногда нужно уметь отпускать. Тейлор, ну как наш пациент? Не хуже, чем можно было ожидать. Я ожидаю лучшего. Тебе стоило бы об этом знать. С возвращением. Ты держишься молодцом, операция уже скоро. Он пошел добровольцем? Ладно. Так, ну в итоге... Отпускать, да. В итоге... Повсеместное распространение дронов и боевых роботов значительно уменьшили роль человеческой пехоты.
Как я уже говорил, пока больше никаких комментариев. Мы продолжим исследовать дипломатические возможности урегулирования. Союз отрицает отправку войск в регион. Вместо этого они ищут дипломатические пути разрешения конфликта. Мы тесно сотрудничаем с союзниками, обеспечивая тактическую поддержку по мере надобности. Красный, как давно мы этим занимаемся, Хендрикс? Плюс-минус 5 лет. Да, как-то так. Ты уже думал о том, что нам делать дальше? Нет. Ты меня знаешь. Я плыву по течению. Да, это очень было похоже на Metal Gear, когда он лежал там. Нет, это не Сунейку. Третий уровень, супер-супер мастер сержант. To the max. Киев Republic, yes, of course. Так, хорошо, хранилище данных. Давай посмотрим. Когда движок новый будет, а тебя старый чем не устраивает? Вот скажи мне. По-моему, графика прекрасная в игре. Ну, я не вижу в ней недостатков, реально. Детализация всего нормальная, плавность. Что тебе не хватает? Я не пойму просто. Я не то, что к тебе конкретно, я не понимаю претензий в плане графики. Сейчас все игры красивые, все игры красивые. О, качественное спиртное. Ладно, хорошо. Это мой дом, типа? Записи о службе. Тут у нас пока пусто. Ну-ка, покажи. Обзор ваших достижений, заработанных военных наград. Присматривайте... А, просматривайте свою боевую статистику, чтобы узнать о своих успехах и показателях. Испытание награды для них. Ага, понятно. Со временем, в общем. Так, ну-ка. Чатик, ты живой? Живой. Давай пока пообщаемся. 60 кадров, опять же. Слышь, Хендрикс, где, говоришь, мы? В Сингапуре. Один из моих любимых городов. Не считая тех, которые я действительно люблю. У нас встреча с новым связным в карантинной зоне. Ну да. Операция ЦРУ. И их явка. Это лобби как в Destiny? Рад, что ты помнишь. Ага. Надеюсь, ты помнишь и то, как я отношусь к ЦРУшной слежке за каждым моим чихом. Не всегда следят, Хендрикс. Кому как не тебе об этом знать. Ты просто с возрастом становишься брюзгой. Как поняли, здесь интерфейс на 4 человек. То есть здесь реально на 4 кооп. Ну, если по креслам судить. Что вы ко мне приставите кресло? Так я молодой человек, присаживайтесь на меня, пожалуйста. Смотри. Да, посмотрим, что еще тут есть. Кто-то много пьет. Это такой Deus Ex, что это прям даже не Deus Ex. Что это такое? Арсенал. Сюда можно тащить всякую разную. О, прикольно. Пушки, конечно, такие футуристичные. Кургузы неудобные. Настройте ваши комплекты оружия и снаряжения для выполнения специфических... Ну, то есть, понятно, там, билды, если уже для мультиплеера создал, там, один класс, называется Бабайка. Так, ну... Хорошо. Где кнопка дизлайка? Ты можешь просто выйти с этого видео, если тебе не нравится, и с разгона башкой об стенку прыгнуть. Я буду доволен. Я как обычно, короче. Подожди, какой перерыв. Так. Куда? Мне бы что-нибудь... Вот, вот это, по-моему, нормально. Пулемет для нашего персонажа. Киберядро. Так. Так. Хаос. Дополнение, позволяющее сократить дистанцию... Позволяет взламывать электронику. Юридические дополнения, разработанные для психологической войны, заставляют устройство врага. Я бы вот это вот посмотрел на самом деле. Окей. Привет, Феникс. Так, хорошо. Подожди, я же пошел на миссию. Вот, следующее задание, начать. Ага, так, хорошо, дуделка. Я хочу поиграть с тобой, одевай свои новомодные очки и приходи ко мне. Спасибо. Если, конечно, не боишься. Это человек про монструм, если вы не поняли. Монструм на Oculus я запускал. Это довольно забавно. Но работает очень криво. Глаза болят через 5 минут. Сюжетка в колде я пока не понял. Ну, что-то такое есть. Местная черная станция ЦРУ отключилась. Ее построили после сингапурской катастрофы, чтобы постоянно присматривать местными операциями. Когда возвели ограждение, власти отказались от попыток эвакуации,
Почти всем здесь стала управлять местная криминальная группировка. 54 бессмертных. Расскажи, что тебе известно о ЦРУ. Хелгасты. Их данные помогли восстановить всю историю. Взрыв на территории Единства убил 300 тысяч человек, а эвакуацию пришлось прекратить из-за суперштормов. И что здесь такого важного, что ЦРУ решило послать сюда нас? У бессмертных есть связи среди войск договора и союзников. Они пользуются ими для контрабанды. Естественно, ЦРУ распереживался. Роль красивая, музыка красивая. Да, тут есть такое. Монструм в начале следующей недели, а на выходных, наверное, запишу. Сейчас пока по времени, что-то беда какая-то. Так, это у нас получается уже какой год? Текущее задание, день 0. Понятно, не пишет, какой же год. Это, наверное, уже 70-й, там 65-й был. Боже! Я просто не могу описать, как это вкусно. После сухого пайка, на котором мы сидели, это просто божественно. Просто поставь себе модуль, который сделает все вкусным. Если я это сделаю... Он такой же весь на протезах. Разницы уже никогда не почувствую. Может, не будем маяться дурью? Окей, дальше мы не полетим. Ладно, за дело. Погнали. В этой дыре мы можем... Симпатично, графон. ...радоваться предписанию. Всеми необходимыми средствами. Сильный шторм. Скоро ветер будет под 70 метров в секунду. Возьми, чтоб тебя ненароком не сдуло. Спасибо. Кейн, мы на земле. Идем к системе 54 бессмертных. Поняла, Хендрикс. Боюсь, я должна попросить вас слегка отклониться от курса. Бессмертные уже прорвались на черную станцию. Мы сейчас готовим в доках груз для транспортировки. Зачем бессмертным атаковать трущобы? Видимо, им что-то было нужно. Если секретные данные попадут в руки войск договора, то союз Уинслоу может сильно пострадать. Мы ждем подтверждения атаки дронами, но я хочу, чтобы вы пошли на перехват. Лучше быть на 100% уверенными. Понял. Такой вот стоп-пас. Выдвигаемся. Fall 4 будет на YouTube прохождение, но самое начало мы с вами посмотрим на Твиче, наверное. А дальше... Ой, мать твою. А дальше уже будем на YouTube проходить. Посмотрим. Я еще не решил. Притормози. Посмотрим. Бессмертных налажена торговля живым товаром. Они продают людей на какие угодно цели. Поэтому они и напали на трущобы. Что они вешают ему на шею? Ошейник не позволяет носителю сбежать. Эй, Хендрикс, это не наше задание. Мы ничем помочь не можем. Так, пипец, ты чё? Мы можем убить сукина сына. В расход нахер, в расход. Бежим в укрытие! За мной! Да какие мини-ракеты, давайте си. Блин, я думал, человек сейф. Светлячками, говорит, марш. Медвед навел. Попозже, чувак, попозже. Перерывчики. Давай же, выруби этого ублюдка. Работаю над этим. Но я с тобой в целом согласен, да, киберпанк тема такая и все дела.
много откуда взято, но это что? Все своровано до нас, как говорится, мама. Да подожди, ты сейчас рванет и вернешься. Да, пулемет перезаряжается с полгода, я согласен. Смотри, терминатор. Мама. Мама. Ну, кончили просто. Так, хорошо, чувак. Хорошо. Иди сюда. Гранаты не помогут. В смысле не помогут? Оно сдохло. А? Что это было? Так, сейчас присидим. Что-то как вот не очень, пулемет разряжается быстро. Видите, опять женщина. Мы с женщинами воюем, вы слышали? Все вот чисто. Мужчина был. Крутой сукин сын попался. И не говори. У бессмертных есть доступ к любому оружию и снаряжению на этом свете. Буря станет еще сильнее, когда мы поднимемся на возвышенность. Приготовься загнать трансформатор в землю и держаться, твою мать! Слышь, хорошо. Так, только давай я сначала сбегаю, посмотрю, что там такое. Чё? Подожди. Показалось? А, использует. Ну-ка. Поторопись, нужно выбираться отсюда. Ты про это? Да подожди, давай дом посмотрим. Чего ты ждешь? Шевелись! Вот это я ищу. Сломанный респиратор, видишь? Это очень важная для сюжета вещь. Как же без нее-то? Уходим, пока не пришло подкрепление. Господи, какой ты дотошный. Подожди, якорь выпущен. Забрать его. Нужно, а я его забрать могу? А, то есть потом ты просто двигаешься, и оно как бы, ну понятно, в общем, вытаскивать не надо. Вот оно что. Мама. Сейчас меня побьет, тут еще укрытие надо. Так, я пока тут посижу, ладно? Вы не против там? Бежать не могу вообще. Так, теперь посидим тут. Меня чуть не сдуло нахер. Так, все, побежали. Тут, я думаю, мы спрячемся, да? Давай! Слушай, если я бегать не могу, а в чем прикол, что я бегать не могу? То как мне быть? Дронами. Странно. Это в эфире. Дроны в воздухе. 10 секунд. Результат отрицательный. Шторм слишком сильный. Буря только усилится. Все. Кейт, мы идем. Хендрикс, держать позицию. Так, ладно, погнали. Там буря-то будет, нет? С бурей все было бы прикольнее. Где-то там врага вижу. Ого, там волны. Да прикольно, ты чё? Эти волны так доставят немало хлопот. Держи трансформатор под рукой. Ого, прикольно. Нравится. Волна идет. Используй трансформатор. Достать! Это был... Он не поставил почему-то, я зажимал квадрат. Это временами пугает. Так, пошло время стрелять. У тебя остались ракеты! Сейчас для них самое время! Понял, Хендрикс. Что там с ракетами?
Так, ну в целом сопля. А как же я, можно приду? Тебе только рады будут. Спасибо. Давай просто пробиваться, короче. Звуки классные в игре, да? Я с тобой согласен. В этом плане. Звук прокачали. Я не могу стрелять. У меня игра ломается, ребята. Я так что стрелять не мог. И это было дело не во мне. Стопудово. Ну-ка, давай попробуем. Так, все. Да, посмотрим, что здесь. Ну, в принципе, то же самое, да? Буря усиливается! Этот сектор скоро накроет по полной! Игра пока норм, мне очень нравится. У меня одна проблема, только как ты видишь, я постоянно перезаряжаюсь. Если я тебе скажу, что я при этом кнопку вообще не нажимаю, ты же мне не поверишь, да? Потому что у меня постоянно технические проблемы. Меня это не сильно беспокоит, но тем не менее, это неприятно. Смотри, как круто сделано. Норма шла. Включай тактический режим, а не то у них преимущество. Вот это вот опять не я нажимал перезарядку. В смысле покажи? Сейчас покажем, все будет хорошо. Покажи, говорит, он там. А мы что делаем? О, ладно, простите. Что это было? Я утонул? Я утонул? В смысле? В смысле? Буря усиливается! Это сюжет, этот да. Сектор скоро накроет по полной! Видимость ухудшается! Включай тактический режим, а не то у них будет преимущество! Так, до свидания. Круто сделано. Не знаю, втащит. А тут бы дробан пригодился уже. Но лучше на самом деле не надо. Что-то мне местный дробан не понравился. У тебя тоже так ломалось? Окей. Сейчас творец. Сам видишь, как коопе было бы офигенно с такими-то забавными уровнями. Я думаю, эту игру еще не раз переиграю. Так что, чувак, ты прав. Да. Ник прикольный. Враги даже не... Враги не то, что не прячутся, они тупо стоят на месте. Это может быть на этой сложности. Но мне кажется, на другой сложности прикол будет только в том, что ты, в общем... Они будут более хорошо по тебе попадать. Все чисто. Кейн, мы добрались до груза. Что теперь? Подключись к грузу. Я использую твой ПНИ, чтобы ударить данные. Лежит. Вы это можете? Твой нейронный интерфейс подключен к нашей центральной базе данных. Все передачи отслеживаются. Так, погнали. Я знаю, что взламывать. Господи, что ж ты какой умный. Ну, бога. Файлы обработаны. Буря все сильнее. Похоже, она уже почти снесла танкер с волнолома. Ясно. Спасибо, Кейн. Это охеренно, не знаю, мне очень нравится. Ты на нижнюю. Просто идем. Надо понимать, что это абсолютно обычная игра. Там кто-то он превозносит комментарий, кто-то засирает. Вообще обычный середняковый такой проект, который будет приятно поиграть с пацанами и девчонками. Типичное слоумо от Call of Duty. Командир, у нас что-то прилетело. Несет ноги, будто соломенные. Лод, быстро! Мать твою!
Это его несет так, типа? Прикольно. Там впереди туннель метро. Он приведет в светлый хаб B-54. Держи, сейчас соскоблит со стены нахер. Надо остановиться! Артурчик, иди. Спасибо. Это очень эпично, Даша. Фух, блин, это было круто. Вы как я сделали, да? Наушники на полную, чтобы орало. Друг? Друг, ты где? Ладно, погнали. Кейт, мы на подходе к центру связи. Доложим, когда закончим зачистку. Лучше поторопитесь. До нас дошли слухи, что разведданные о слабостях наших союзников утекли к войскам договора. Это неизбежно. Мать твою, господи, ты что меня напугал-то так? Мы должны что-то предпринять. Понял. Я вообще не ожидал этого. Так, дышать под водой мы, значит, можем неограниченно, да? А, вон кислород. Мы все равно дышим так, довольно-таки. Так, мобильное оружейное. Снайперка, дробовик, пулемет, XR. Давай вот с этим побегаем. Вот это, по-моему, прикольная тема. Ну-ка. Охер, не люблю, когда полуавтомат. Это он самый бодрый. Ребят, не пишите капсом в чате, пожалуйста. У вас просто бот расстреливает, у него автоматом это стоит. Тихо, никто, кроме вас, не будет виноват. Подсвечиваю цели. Собираюсь поджарить их светлячками. Давай. До свидания. Смотри, как ты танцуешь. Цель поражена. Секундочку, внимание. Так я уж давно на втором этаже, мужик. Калаша пока нет. Не знаю, возможно, в будущем откроется. Я калаша там среди оружия не увидел. Чувак, он прям рядом с тобой, ну. У ублюдков есть щиты. Бросай осколочные гранаты. А. О, господи, Хендрикс. Почему своих не помечает, кроме как ником? Ник в последний момент появляется, когда ты уже стрелять начинаешь. До свидания. Ой, не та кнопка. Отлично, на своей гранате, да? Ах ты нацист? В смысле? Что ты несешь, наркоман? Отсюда прям? Да нормальная озвучка так-то, да. Ну, могло бы быть просто миллион раз лучше. Я тебя вижу. Подсвечиваю цели. Собираюсь поджарить их светлячками. Цель поражена! Так, не стесняемся, подходим. Хотя, ладно, ловить не жалко. Так, все, давай не спешить. Ну, спешить, но не так, как в прошлый раз. Враги сверху и снизу. Это было прикольно, эпично, но в такой момент просто с спины мог прилететь. Перестреляем всех потихонечку, будем ходить довольны.
Так, его, я думаю, захавает? Да, его хавает. Здрасте, до свидания. Харе там дичит. У ублюдков есть щиты. Ублюдок. Бросай осколочные гранаты. Идем на второй этаж. До свидания. Я жду, на тебя не попаду. Откуда столько вообще, я не знаю, призыв? Побольше тебе. Спасибо. Ваши молитвы. А здесь по стенке не бегать. Или не получилось. Здрасте. Эй, он был мой. Сколько фоучная пока стоит? Напишите, пожалуйста. Медведная. Так. Спасибо. Мой опыт программиста самоучки подскажет, что не взламывают гаджетов не бывает. Опять привет. Я вообще считаю, что это вот благими намерениями. Дорога ваша, потому что взламывается реально абсолютно все. Абсолютно все. И вот это вот полное чипование всех людей, оно до добра не доведет. Представьте, просто кибертеррористы, которые в один прекрасный день. 2000? 2К? Ну я на ПК-шечке, наверное, куплю. Там моды, понимаете, все дела. Но моды потом будут. Так-то на... Скажем, когда вышел Fallout 3 на Xbox 360, его было... Да твою мать, она сейчас убьет еще. Был заметно прикольный игрок. Так, все, я не читаю чат. Это меня убивает постоянно. Я постоянно обещаю и постоянно, короче, читаю. Ну, в общем, на консольках мне Fallout было прикольнее играть, удобнее. Идем на третий этаж. Кейн, мы сворачиваем зачистку. Бессмертный, укрытие! Назад! Хендрикс, ты ранен? Подпилка! Что за хрень? Кто стреляет? Это кто? Вы в порядке? Агент Кейн. Говорил же, оставайся наверху. Вам нужна помощь. Вы тут наделали столько шума, что все солдаты Б-54 спешат узнать, в чем дело. Нужно вернуться к делу. Вывести их систему связи из строя раньше, чем они поймут, что происходит. За мной. После вас. Блокировано. Вся связь идет через ретранслятор. Можешь найти ее? Минутку. Есть. Мы загрузим генератор помех. Сбор на черной станции. Хорошая идея. Пошли. Погнали. Ищем. Ты что такая мокрая вся? А, ну там дождь на улице, да? Все дела. Мобильное оружие. Так, а что у тебя тут еще есть? Изменить никак нельзя вот это вот все, да? Ну давай, давай пока с этим побегаем. Оно, в принципе, наверное, оптимально будет. Так-то. Субтитров нет. Хуй. Капитан Пихулька, блядь, сюжет потом вы... Так, ты только не скажи, чувак. Ну, спасибо большое. Что будем делать, когда доберемся до черной станции? Ломать и крушить. С вашими ПНИ вы, ребята, ходячие карты памяти. Мы загрузим данные в вас, а потом вы все сотрете. А что с эвакуацией? Вот-вот, я бы себе такое не поставил, даже здесь. Факты таковы. Станция замолкла, когда ее атаковала самая мощная вооруженная группировка на этой территории. Скорее всего, никто не выжил. Кейн, мы на подходе к станции связи. Она хорошо защищена. Почему он не бегает по стене? Я что-то не так делаю? Я не знаю, я, может, и поставил бы, ну, я такой человек ведомый в этих вопросах. Говорят, поставьте новую винду, я такой, ну, ладно. Другие говорят, типа, с ее помощью можно следить за всеми. Я такой, нахер, я кому нужен. И, в общем, просто это все очень большие опасности несет в себе, я считаю.
Очень большие. Прям как-то противоречился. И будет разделение именно людей на... Ты понял. Сорта. С чипами, без чипов. Короче, киберпанк во все поля. Ты живой, нет? Нет. Такой. Ну что, говорит, поделать? Жизнь говно. Это, говорит, тени мира Сэш, чтобы по стенам бегать. Ты, похоже, не с начала стрима здесь находишься, да? Так, мужчина, я все понимаю, но... А, он специально сюда упал по скрипту? Понятно. Разберемся со станцией. Пусть эти сукины дети оглохнут. Кейн, связь вырубается, пока мы говорим. Ты где? У черной станции. Она вся кишит бессмертными. Шлю тебе новое место сбора. Выдвигаемся. Тут же все. Закончили. Мультимакс, покажи нам свое пузо. Спасибо. Конструкция неустойчивая. Может развалиться в любой момент. Осторожно, Хендрикс, здание рушится! Давай, 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 я не могу двигаться. Давай. Ой, мать, ладно, я передумал. Я уже не хочу туда двигаться. Но, видимо, придется. Хорошо, Хендрикс, давай. Смотри под ноги! Будет обидно, если тебя уже... угробит плохая погода. Оно уже угробило. Минздрав. Чрезмерное чтение чата убивает. Факт! Вот именно ты вовремя написал. Спасибо. Спасибо. Так, хорошо. Давайте мы не будем больше читать чат. Будем читать только то, что пишут на донат. И то. Не будем особо на это отвлекаться. Потому что надоело умирать. Люди уже видят, да? Уже все видят. Так, хорошо, живем. Все разваливается. Трудно поверить, что здесь еще живут люди. А что тут? А, это не та игра, она из Call of Duty. Какие-то могут быть блестяшки. Они еще здесь. Хватают все, что могут, пока их не настиг шторм. Что предлагаешь? Ударим их раньше, чем это сделает шторм. Блин, я не могу отсюда пострелять. О, ну что вот это за ограничение? Ладно, тогда возьмем что-нибудь такое, более подходящее под данную ситуацию, да? Вещь-мешок для полевых операций. Так. Подожди. Так. Представь, какой-нибудь кибертеррорист тебе таким чипом мозги подправит. Это такое на следующее видео. Хай-хай, с вами Блэк, и сегодня мы будем проходить Майнкрафт. Ну нахер. Не-не-не. Надо было взять кемперку. Там насчет чипов в комментариях такой идет. Я даже включу чат. Обожаю своих зрителей, потому что они умные. Они срут в комментариях, они именно обсуждают наше печальное будущее. Вы, зрители, просто лучшие. Знаете об этом. Приятного. Так, я, пожалуй, зайду. Так, у меня только форсаж. Надо будет прокачать. Там, говорит, прокачка была в своей хаосе. Сейчас, чувак, сейчас ты сюда. Мужчина, вы какой-то чересчур жесткий, вы не находите? Надолго. Давай пока этих убьем.
Тот конченый сюда не может забраться, поэтому я себя спокойно чувствую. Вот с этим я не знаю, что делать, он вообще не хочет. Так, может, ты его пристрелишь? Она его, походу, прикончила. Не, он так и ходит. Не стреляй, пожалуйста. Ботушка. Что тут есть? Я не знаю, с этим мужиком, похоже, будет потно. Поэтому давайте как-то думать. Господи, наконец-то. Калибр был мелкий. Это очень напоминает Crysis 3, если вы согласен. Я сразу об этом подумал. Только более динамичный. Кей, мы видим черную станцию. Да. Посмотрим, что тут творится. Именно так. Я опять читаю чат. Но вы, блин, даете. Это вы виноваты. Так, сейчас, наверное, они скрипт его отодвинут, эту балку. Что за хрень тут побывала? Что-то явно сбежало. Кейн! Возможно, взрывы роботов Б-54. Тогда двери вырвало бы внутрь. Тут наружу. Я, говорит, смотрю сурс, качество все равно херовастенько. Но это максимальное качество, которое Twitch дает дело. Если у кого есть опыт в этом деле, напишите, какой вы используете битрейт и какую частоту кадров, чтобы оно было нормально. Но то, что я делаю, это, по-моему, максимум, что может дать Twitch. Ну, при 60 кадрах. Могу на 30 переставить, но это будет приготовься. Не так плавно. Что-то впереди. Стояли все, работали. Пауза будет после уровня. Дайте калаш, пожалуйста. Ты слышишь? Там кто-то есть. Нужно открыть эту дверь. Давай. Это не противник. Достаточно постучать. Срань господня. Тебя. Представь, что кругом покой. Охереть. Представь, что ты в безопасности. Выключи это дерьмо. Представь себя в зимнем лесу. Что за херня? Окей. Запускаю поиск. Отказ в реинкарнации. Его применял Цзясюн. Головорез бессмертных – это такой страшный способ казни для их злейших врагов. Совершается, пока они живы. О нет. Хреново. Что? Что еще? Базы данных. Они исчезли. Записи, отчеты, разборы полетов – все, что мы хотели скачать и стереть. Копии данных о действиях ЦРУ в мире. Если кто-нибудь их украдет, если кто-нибудь до них доберется... Это угрожает операциям ЦРУ во всем мире. А как насчет маячков? Биокупол. Основная база Б-54 бессмертных и дом для лидеров Гуминя и Госюлань. И братьев с сестрами. Давай заберем наши данные и отомстим. В
Вряд ли их убили бессмертные. Двери взорвали изнутри, ты знаешь, как они работают. Их не было в этой комнате. Так кто же это сделал? У кого еще мог быть доступ? Последняя операция на этой станции задействовала отряд Союза Уинслоу. Отряд Тейлора. Что? Ты думаешь, они причастны к этим убийствам? Ни хрена подобного, Кей. Какая у меня морда тупая. Ни за что не предал бы своих. Пец. Этот рот полуприоткрытый. Низкий лоб такой. Не, вы не подумайте. Я не сомневаюсь, что у Трейархов будет шикарный сюжет у них. Во втором Black Ops, в первом Black Ops сюжет были лучшие в Call of Duty, наверное. Мне в Modern Warfare все нравится, но сюжет там мне не особо нравится, он там тупой. Так, хорошо, у нас сейчас, похоже, перерыв будет, да, ребятушки? Так, получено опыта. Супер-супер-мастер-сержант. Сейчас мы в сейф-хаусе здесь паузимся. И, в общем, перерывчик у нас сейчас время 37 в 42 минуты. Возвращаемся. Все, кто пошел там покакать, пописить или, может быть, перекусить на кухню. В общем, а мы пока тут с вами пообщаемся. Пишите свои впечатления. После первых 2 часов, получается, 1.5 часа сегодня поиграли. И на первом взгляде на ютубе 30 минут прошли. Какие у вас впечатления от игры? Не 10 минут, 10 минут слишком много, ты чё? Кто-то пишет, что на Source качество все равно херовастенько. Я ничего не могу с этим сделать, повторюсь. Привет тебе от моего племянника Дениса. Говорит, что ты... Передай привет Денису. Скажи, что это он лучший. Ура, какать! Black Ops не очень. В смысле? По-моему, очень даже. Я в туалет хожу, да, по праздникам. Монотонный голос бабы. Здесь вообще озвучка звезд с неба не хватает, но я уже привык как-то, не знаю. Кто-то пишет, хороша, отлично. Хорошая. Не знаю, мне понравилось. Ну, где-то вот, наверное, так вот по личному дерьмометру на 8 из 10. По-моему, нормальная оценка для этой игры была бы. Ну, я обычно не ставлю оценки, но я ставлю оценки. Так, сейчас музыка. Давай ты сделаешь... Музыка меня не заглушает? Скажите-ка мне, ребятушки. Прокастомизируй оружие в лобби. Сейчас этим займемся всем. Сейчас будем перки смотреть. Пенумбра. Завтра выйдут 2 последние серии. Ни одного мата нереалистично. Может, тут эстеты бегают. Ну не середнячок, кстати говоря. Я очень соскучился по таким играм. Вот я видел Homefront 2 на YouTube демонстрацию. Вот она реально середнячок. Far Cry 4 чуть выше среднего. Вот это отличная игра. В своем жанре, именно коридорный шутан, она, по-моему, шикарно сделана. Чуть-чуть заглушает. Окей. Тихо. Новый код, все та же проходниковая, но вкусная жвачка или же что-то большее? Я, ты знаешь, я к Call of Duty отношусь вообще абсолютно, то есть мне пофигу, есть она, нет. Но вот Black Ops, первая часть, я ее затер до дыр, она мне очень понравилась. Это была просто образцовая клюква с Гэри Олдманом на озвучке Резнову, по-моему. Вторая часть, ну я ее тоже так достаточно... Я люблю Black Ops, третий Black Ops мне пока что нравится очень. Ну, наверное, это для меня чуть больше, чем обычный Black Ops. Наушники у меня... Блин, я забыл. Помните, у меня SteelSeries Siberia сломались. В тот момент как раз мне наушники прислали, чтобы я их среди вас разыграл. А я такой, ну, себе возьму, себе возьму. Sound Blaster, а какой, не помню, драка, по-моему. Сэм Лейк косвенно подтвердил разработку Alan Wake 2. Надеюсь, они будут меньше героина употреблять при написании сценария, потому что в итоге первый Alan Wake ничем не закончился. Ничем не закончился. Только больше запутали все. И потом еще выпустили дополнение American Nightmare, которое реально просто взяло и дало тем людям, которые хоть что-то понимали в сюжете, лопатой по голове. Э-э-
Я к тебе в Уфу собираюсь. По мне так он красивый и большой. Кто он? Не надо тут вот это вот. Если ты про город, то да, неплохой город. Но у нас очень мало парков и памятников. Одни спальные районы. Но то, что есть, все очень красивое, да. Так, у нас еще минута перерыва. В коопе побегаю. Да попозже побегаю в коопе, на самом деле. Пока что как-то охота именно... Fallout 4 на стрим. Как выйдет, мы будем стримить эту игру, наверное. Поиграем в нее часик 4, а дальше уже будем продолжать на YouTube. Вот так вот. Что там дальше? 9 декабря в армию забирает Артурка, и я буду скучать. Зато вернешься настоящим мужиком. Связан ли сюжет с прошлыми частями? Ну, пока непонятно, но, наверное, не зря же Black Ops 3 назвали. Подскажи, что со стримом иногда на паузе стоит. И нет, не тянет. Ну, так, наверное. Попробую качество меньше. Кооп на четверых. Чуть-чуть попозже, ребятушки. Пока, я не знаю, я просто буду за вами не успевать. Я же медленно хожу, все разглядываю. Вы в итоге по сюжету убежите, а я все просмотрю, и в итоге люди на стриме не увидят. Как сюжет третьей части пресек? Ну, посмотрим сейчас. Как живутся те, кто живут в Уфе? Уфята? Уфимцы. Донаты прочти. Точно, точно, ребята, спасибо за напоминашку. Так. Сейчас, вот отсюда надо начинать. Дуделка пишет. А, подожди, капитан Прайс сначала писал. Чин Кунелден Рахмат. За стрим и прохождение атмосферу. Открываю все двери по скриптум, вспоминая Blacklist, чемпион жив. Спасибо. Так, Дуделка, я хочу поиграть с тобой. Одевай свои новомодные очки, приходи ко мне. Что? Если, конечно, ты не боишься. Я пробовал вчера, я уже говорил, работает херово. Самый, наверное, кривой порт под Oculus. Но в целом будет интересно, наверное. Вот не покупал последний Call of Duty просто из принципа. Теперь, наверное, куплю просто потому, что в сюжете есть внедрение в виртуальную реальность. Я крайне фанатею от этой темы. Смотрел «Призрак в доспехах»? Если да, то ты меня понимаешь. Я смотрел очень давно. Даша он недавно пересматривала. Было прикольно. А что мне там было написано? А я же читал. Даша, спасибо за Dark Souls 2. Посмотрел все выпущенные серии сегодня. Твоя бомбежка и внутренний еврейчик подняли мне настроение с нуля. И ножик колбасу резать, да? И да, я таки ревную. Как же я и два моих меча. Это Герочка пишет. Это мило было очень. Да. Артурчик, иди кушать. Нет, побольше тебе подписчиков. Спасибо. Медведь навел. А они тут с помощью этих чипов... А, это по поводу того взлома, это мы уже почитали, да? Покажи свое пузо. Вот если бы себе такой не поставил, даже лезь... А, да. Сюжет БО. А, ну в общем, в целом все прочитали. Спасибо, ребятушки. Так, хорошо. Мы, в принципе, уже, наверное, музыка. Хватит орать. Тихо. Мы, наверное, уже будем сейчас двигаться дальше и будем разбираться, как здесь работает всякая там система прокачки. Хорошо. Что тут? Давайте вообще посмотрим, что здесь есть. Уфенок. Уфинцы. Ну, фастфуд. Интересно, а наши киборги-убийцы, они кушают, нет? Так, я хотел спросить. Кейн думает, что за нападением на черную станцию стоит Тейлор. А разве их ПНИ не показывает их точное местонахождение? Кейн сказала, что они вне зоны слежения. Видимо, они нашли способ отключить эту часть ПНИ. Вот уж не знаю. Даша, ну ты чё, она помрёт от страха. По-моему, наш связной что-то не договаривает. А по-моему, ты параноик. Я читал её дело. Ей приходилось бывать в тяжких операциях. И она выжила. Думаю, она вполне честна с нами. Спасибо. Ну, посмотрим. Тихо, спасибо. Короче... Там пошли всякие уфинаторы. Этот, давайте смотреть, как тут у нас перки работают, как они качаются. Я наконец-то поел за полтора часа, и тебя поздравляю.
И об этом ты должен был известить весь чат. Так, хорошо, у нас здесь целая, смотри, система прокачки. Не знаю, мне вот это вот очень нравится, то, что между миссиями можно тут позалипать. Я бы только хотел, чтобы побольше было вот этих мирных мест, потому что в Destiny, допустим, там огромное. И инвентаря, конечно, не хватает. Ну, чтобы там получать новые пухи, это было бы круто. А так вообще понятно, конечно, на что они ориентировались, да? Так, форсаж. На форсаже можно сделать несокрушимую силу. Резкое ускорение всех моторных систем, позволяющих совершить рывок вперед. Все противники, стоящие на вашем пути. По-моему, прикольно. Так, хорошо. А где мои очки вообще? П наборов 9. А стоимость одного? Бросок убивает противника смертельным ударом, затем тоже убивает другого противника. Подожди, а как это делается? Ну ладно, это, наверное, будет. Ты на самом деле пропустил довольно много, потому что, ну, смотри, у меня сколько очков. А почему у меня так много очков? Хорошо, мы можем, короче, влупить, и при этом мы можем дымовую завесу поставить, да? Окружает вас защитный дымовой... Ну, пускай, ладно. Не знаю, может быть отсюда что-нибудь. Паралич системы, вырывание батареи. Позволяет разорвать броню робота и вырвать батарею из его реактора. Ее можно использовать как... О, прикольно. Удаленный угон. Перехватите управление вражеской турели или роботом и управляйте ей на расстоянии. Захваченный робот действует лишь... Хорошо. Слушай, блин. Все хочется просто, все. Поломка снаряжения. Так, ну давай уже вот это поднимать будем. Взламывать систему прицеливания вражеской турели или робота, делая их своими. Через какое-то время они отключатся. Ну вот это самое лучшее, по-моему. Так, давай пока 4 очка оставим, потому что, ну как бы, ну поняли, да? Посмотрим, может быть на что-нибудь пригодится. Грегор Джи, спасибо тебе большое. Да всем спасибо большое за то, что смотрите. Так, давайте арсенал посмотрим. Так, свой... Основное оружие Кудапаро. Где калаш? А, это ПП. О, калашик родной. Это тоже неплохое на самом деле, но я бы вот это вот. А, смотри, тут это тоже на те же самые деньги, да? Ага, ну вот именно поэтому я деньги не тратил. Открыть и использовать. Ага. Оптика, ну, обычный клиторный прицел. Модули. Рукоятка. Либо приклад, либо лазер, либо рукоять. Да, вот такую рукоятку поставим. И, в принципе, у меня, наверное, сейчас уже слоты кончатся. Так, ну прицел можно поставить такой, да, телескопический. Не знаю, давай емкий рожок поставим. Да и, в принципе, наверное... Да я пошутил, господи, ой, вот началось там, ну... Так, хорошо, а можно его как-то назвать? Параметры класса. Переименовать класс. Все тот же. Баба. Так, хорошо. Ладно. А можно как-то внешний вид менять персонажа? Смотри, какой калаш прикольный. Не знаю, давай посмотрим. Но я на самом деле думаю, что нет. Боевые тактика таком. Ну-ка, подожди. Таком. Тактический комплект. Сенсор, буфер. Так. Наполнение для конечностей позволяет... А, вот оно. Теперь мы можем бегать по стенам. Ок, да. Хорошо. Подожди, а что-то не поставил. Далее. Экстра резерв. Автоматизирована одноразовая система ремонта. Устанавливает систему, когда приходит время ремонта движения. Ноуп. Позволяет обойти биометрические замки. Использовать... Уфинята. Те, кто живет в Уфе, Black Silver чатики. Так, нет. Те, кто живет в Уфе, тот дарьянин. Сори за наркоманию, курю слоников, если что. Вот ты этот, поаккуратнее там. Ты понял. Так, открыть и использовать. Все, окей. По-моему, так норм. Хорошо, с оружием разобрались. Где-то здесь, говорят, стоит гардероб. Пойдем позырпаем. Хранилище записи о заданиях. Может быть, на втором этаже. Подожди, тут что? Что-то тут. Станция киберядер. А, вот, наверное. Ну да.
Просматривайте и используйте коллекции костюмов и шлемов, проходите кампанию, чтобы заработать больше. Undercover. Ведро на голове. Ништяк. Это какой-то прям Skullface. О, Cyborg Ninja. Так, тело. Слушай, зачет. Ну, это Вуки. Интересно твое мнение, что взять, Синдикат или простой... Спасибо. Assassin's Creed Синдикат за 9T или просто Синдикат и Nathan Drake Collection? Или подкопите? Так, подожди секунду, это интересный вопрос. Но я тебе сразу могу сказать, что просто обычный Синдикат возьми. Обычный Синдикат лучше. Сейчас я прочитаю еще. Так, секундочку. Или подкопите, взять Wii U. Wii U не бери. Если брать Синдикат, то, то на что лучше, вроде как на PS4 док-контент есть. А для тех, у кого бомболил, я не мажор, просто умею терпеть и копить. Суть в чем? Бери, короче говоря, обычный Синдикат и бери Nathan Drake Collection. А лучше бери Fallout 4 и Nathan Drake Collection. Вот это будет гораздо более прикольно, потому что это шедевр, а Синдикат он такой. Такой немного. Ну, не немного, на самом деле. Очень-очень не такой Синдикат. Так, ну это, наверное, пускай остается обычное. Пол можно поменять, но это не по нашей части. Слушай, ну я, наверное, вот такой поставлю. Он, по-моему, самый тортовый. Можно себе руки обратно приделать, которые мне оторвали. И как бы, как будто ничего не было, да? Или у меня типа киберимплантанты там и тому подобное. Слушай, это прикольно, по-моему. Наверное, я так и сделаю. Так, хорошо. На самом деле тут хранилище данных. Уделка красная, сопля зеленая. Сильнее нас босс. Мы будем очень рады. Спасибо. Спасибо. Так, все, ребятушки, пойдем по сюжету, или я еще что-то забыл? Запись, наверное, будет. Посмотрим. Слушай, там такая анимация. Fallout 4. Я жду тебя. Я тебя тоже жду. Спасибо. Спасибо. Так, просматривайте инструктажи, обзоры, чтобы понять, с чем вы имеете дело. Просматривайте список доступных дел. Ой, наград. Угораздило же заболеть. Слушай, хорош болеть. Спасибо. Тяжело хохметь, когда выплевываешь из легких комки слизи. Пожелайте мне вместе с Дашей не болеть. Выздоравливаю, бро. Выздоравливаю. Болеть — это херово. Причем вот этот, когда не болеешь, думаешь, да чего там, поболел, с тобой все ухаживают. Ну нахер, не, болеть не надо. Болеть плохо. Так, на втором этаже, похоже, киберподорожником руки вылечили. Тоже такие версии, кто-то говорит, что кожу с врагов содрал, на себя налепил. Это было бы вполне себе маньячески. Лучше Black Ops покупать за 4000 или за 2. Скачай на торрентах и купи Fallout. Вот кто будет качать Fallout 4, тот вообще просто отвратительный человек. Я бы даже сказал, не очень такой человек. Вы меня поняли, я думаю, да? Стримы по NFS посмотрим. Я что-то удалил, а он мне сломался. Я сейчас жесткий диск буду новый ставить, мне Сигейт прислали. Я вам покажу, кстати. Зачистка на станции. Команда Тейлора оказалась скомпрометирована. Мы служили с этими людьми почти 5 лет. Мы знаем их. Они бы так не сделали. Это бессмертные. Даже по трупам видно. Совсем не важно. Все равно. Они забрали данные. Когда вернем диски, просмотрим записи с камер. Хендрикс, ты знаешь местных. Кто-нибудь поможет добраться до Го? У них есть свой посредник. Дэнни Ли. Скользкий мелкий ублюдок. Но с хорошими связями. Используй свое обаяние. Когда будем рядом, Кейн сможет найти эти диски. Понял. Так, погнали. Сейчас с калашом-то все будет получше. И с настоящими руками. Что-то такое азиатское, походу, будет. Не знаю, пока что нравится. Мне все нравится. Я еще пока тут особых недостатков не вижу. Ну, кроме тех, что уже мы с вами назвали. Тупые враги. 54 бессмертных сейчас на пике своей силы. Ни армии Сингапура, ни ЦРУ. Никто не тронет нас. Полагаетесь на головорезов вроде Дзяйсюна?
Дзяй Сюн? Его много лет никто не видел. К черту Дзяй хреновый Сюна! Объяснись, чего я должен хотеть сраных роботов. Это лучшее, что можно было найти. Черный рынок. Черный не мой цвет, Хендрикс. Мне больше нравится зеленый. Может, ты не знаешь, но сингапурский доллар уже не тот. Эй! Налей-ка им еще. Кто бы знал, взорвать одно здание в центре города, и все погрузится в ад и анархию. Да ладно, Дэнни, сколько можно оглядываться? Я знаю, что тут было. Всю горькую историю зоны К. Ты идиот! Да, охереть, ты что, больной, что ли? Дэнни, расслабься. Слушай, мы просто хотим сделку. Ты ведь знаешь Союз Уинслоу? У них лучшее военное оборудование из возможного. Союз Уинслоу? Эти слова в зоне К ничего не значат. Все гибли, а их не было. Когда ВСС бросили нас и построили стену. Дайте мне время, чтобы найти диски. Знаешь, кто здесь был? 54 бессмертных. Они создали что-то из хаоса. Они захватили парк и перенаправили солнечную энергию супердеревьев. Если бы не бессмертные, у нас в этой дыре не было бы электричества. Они дали надежду среди отчаяния. Да. При поддержке войск договора. Теперь этот порт стал их центром по контрабанде оружия. Я не знаю, кто ты. Но позволь мне кое-что сказать. Когда тебя бросают старые друзья, приходится искать новых. У чувака желе вместо крови, походу, было. Посмотрим на твоих роботов, Хендрикс. Может, мы и договоримся. Это все, что мы просим. Это что? Гоминь, Госюлань. А, как неожиданно, не знал, что вы появитесь. Мы тоже не ожидали увидеть здесь спецназ Союза Уинслоу. Эй, эй, не верьте слухам. Слухи врут, мы не ищем проблем. Мы свободные агенты. Не оскорбляй меня своей ложью. Ты и такие, как ты, убили много наших людей. Такое не прощают! Ты думаешь, мы не знаем, почему вы здесь? Итак, Хендрикс, что мы решили? Сейчас! Погнали! Я так и знал, короче, что в итоге, я так и думаю, сейчас только стрелять придется. Охереть. Реально всех положили. План Б. План Б. И Китай её за этого лежать, тварь. Протокол Эхо 2. Роботы крутые. Думал, вы с Дэнни Ли друзья. Ага, я тоже думал. Ох, сейчас квадратиться будет. Активизирует режим боя. Калаш! Надеюсь, что ты нашла здесь старый день. И здесь становится жарковато. Есть. Серверная в Облачной горе. Прямо в их оперативном центре. Даша и Тося, Артур, я... Ты тарай пугать-то. Смотритель показывает войска противника впереди. Похоже, нильцы в городе. Ты прикалываешься? Они что, в отпуск приехали? Оружейник! В укрытие! Я хочу попробовать это. Хит. Что-то как-то не работает, я не знаю. Они отступают! Вперед! Ладно, потом разберемся. Сейчас не время, да? Ну-ка. Ух, я просто не могу. Так, подожди. Я давно на это уже жалуюсь, но это какой-то пипец. Автоприцел отключить, автонаведение отключить. Вы меня просто задолбали. Сейчас я привыкать буду долго, но, в общем, вы меня поняли. Сейчас меня убьют. Опять этот хер пришел. Так. Ну,
Блестяшка, спасибо. И чё тебе, ну, блин, я чё тут один, что ли? Смотри, это не игрок какой-нибудь? Игра так открыта. Какой он дотошный всё-таки, а? Так, на турель, конечно, на самом деле надо было что-нибудь другое. Так, ладно, погнали, сейчас меня там могут убить. Твою мать. Ау. Эй, херсы. Гранаты его не берут. Ну, много накидать надо. Нам надо вырубить эту турель. Я тоже не мужчина. Так, один получил. Надо отходить, что-то рвут, пипец. И вот это вот он еще, короче, он постоянно будет сейчас завывать о том, что турели, все дела. У меня скоро психоз из-за него будет. Доведет меня точно. Давай не спешат. Да заткни пасть. О, господи, как это хорошо, когда тебе никто не помогает целиться. Это же просто пипец был. Так, ну этих, допустим, с нуля. Вот этого мужчину сейчас надо будет как-то того. Она, по-моему, сдохла, кстати говоря. Все чисто. Ну как чисто? Как, блин, чисто? Он ее оттолкнул? Не? Он. Так, хорошо. Зомби режим я уже показал. Потестирую его попозже. Так, мне нужно понять, как эта вот штука работает. То есть быстрый рывок вперед, уничтожающий всех врагов на вашем пути. Может, это мне типа. Спасибо. Мне Fallout что-то как-то не алё. Скорее всего, тогда буду брать Синдикат и Натана Дрейка. Блейк Флаг меня расстроил, очаровал, я его не осилил, а вот. Ну да. Кажется, Синдикат он на любитель, да и в принципе любая игра на любителя. Black Flag меня на самом деле порадовал. Кого-то расстроил. Как видишь, фломастеры. На подходе. На вкус и цвет все фломастеры разные. Бери то, что нравится, но на самом деле я бы тебе сказал, что на мой взгляд Unity тот же гораздо лучше, чем Синдикат. Помогите, пожалуйста. Я хочу свою штучку сделать, а вы тут... А, киберсистема еще не до... О, понятно. Враги какие-то плотные. Ничего не хочу сказать, но... Ау. Так, все, она подзарядилась почти. Я просто хочу... Я оттягиваю момент, я хочу... Именно... Да и хер с ним. В общем, хочу по-человечески, получается, как всегда. Иду вперед! Прикрой меня! Прикрываю! Давай! Мама. Куда я попал? Короче, эта херь к ней надо привыкать. Я думал, сейчас прошибу всех. А хрен бы там. Так, это походу надолго. Лови обратно, родная. Полетела. Я не знаю, короче, какая-то бредовая способность. Я не могу к ней привыкнуть. То есть, пока ее вот это делаешь, руки сжимаешь в сторону, если тебя стрелят, оно все сбивается. И какой смысл тогда? Париж больше Лондона понравился, не факт, просто сама по себе игра. Персонаж, сюжет, хотя сюжет в Unity это такое. Ну, в общем, Unity мне нравится больше. Имею сказать.
Ой, зря. Короче, лучше этим буду пользоваться, потому что... Ну его нахер. Чувак, не могу. Я не верю, что ты существуешь, ты меня обманываешь. Мир еще не готов, говорит, меня увидеть. Гейб со мной не наиграется. Ну ты даешь, блин. Давай уже этот, выходи, короче. Так, погодь, кстати говоря. Я что-то кое-что проверить хотел. Ну-ка. Ага, есть. Вы все его убить не можете, да господи, какой же ты душный, япона мать. Падай. Вылазь. Вылазь. Ладно. И все? И все? Врагов с обеих сторон. Скажи что-нибудь, чего я не знаю. Я обнаружила черный ход на облачную гору. Посылаю на интерфейс. А с этими гемор будет летающим. Я имею в виду с геймпада цели. А чем отличается GTX 960 от 970? Я не знаю, я не железячник. Я не знаю. Но я знаю, что 970 он мощнее. Давай, надо двигать. И все, как бы. Ну, надо добраться до облачной горы. Вперед! А что еще тут есть? Есть возможность, конечно же, бери. 80 бери, только если денег жалко. Ой, не жалко. Потому что, по сути, не такой большой прирост в сравнении с 970. Ну а 960, наверное, это... Я не знаю, я реально не задавался этим вопросом. Ладно, пойдем сюда пока. Или все-таки туда? Я, короче, не знаю, мне и там интересно, и тут интересно. Я просто вижу, что... Господи, это что такое страшное? Вы слышали этот звук? Сейчас он в чате напишет. Лучше PS4 купить. Но если ты готов платить по нынешней ценовой политике. Сколько там? 4-5 тысяч за игру. То, естественно, да, лучше PlayStation 4 купить. Ничего не тормозит. Все работает идеально. Но цены на игры — это пипец. Ну, в некоторых моментах кула мышь хочется, вот, сейчас. Эта сука нам не особенно рада. Вчера опять это дело вылезло. Что ж ты стреляешь именно в меня? Господи, сколько мяса. Так, я, пожалуй, немного отдохну, потому что он начинает допекать. Артура плохо слышно? Серьезно? Только подтвердите, если что. Посмотри, кто пошел. Наверное. Открыть эту дверь. Стоит ли брать Call of Duty Black Ops 3? Ну, чувак, сам решай. Посмотри, кто тебе скажет. Тебе должно нравиться или не нравится. Я купил. Я и купил. Они хорошо защищены, но их можно пробить. Ваше оружие подходит. Это было неплохо. А вот с тобой у меня сейчас будут проблемы. Сейчас ты меня снимешь в одиночку, да? Ох. Все хорошо, слышишь? Они хорошо защищены, но их можно пробить.
Ваше оружие подходит. Давай по новой. Это был промах. Блинный причем. И сейчас опять, смотри. Никуда не деться. Плохая тактика. Херовая. Они хорошо защищены, но их можно пробить. Ваше оружие подходит. Да господи, что за жесткач-то? Ломают гады. Короче, на боске спит там еще. Охренеть. Держи. Мама. Да твою мать. Тихо. Спокойно. Там еще прутся. Игра не то, что средняя, игра хорошая, но это гораздо задорнее игралось бы в коопе. Советую просто, ну реально, это чувствуется. Я такие вещи покупаю, я видал. Всякие коопы игры, как вы знаете. Спокойно. Я не пытался запрыгнуть на робота, просто его легче всего ломать именно так. Получи. Ау. Да? Ты вот сейчас умри еще. О, господи, япона мать. Я охерею, короче, это место что-то какое-то, оно вроде простое, но... Ладно, будем просто стрелять. Хорошо. Нарезают, суки. Просто нарезают. Свободен. Так. Мужчина, который заманал. Сейчас еще одно тело вылезет, тут увидишь. Спасибо. Так, ну короче, у нее, я так понимаю, проще всего очень долго стрелять. Можно просто уйти. А смысл? Серьезно? Мне стоило прыгнуть и скрипт его убил? Серверная на верхнем этаже. Ну, похоже, мы поднимаемся. Рассредоточиться. Это было стрёмно. Цветы, что вы делаете? Возьми второй этаж! Точка эвакуации отмечена. Давай охереть! СВВП слетит с пакетом на борту. Понял. А если ему сейчас сделать дуд? Мама. Мама. Запись на YouTube, там посмотрим. Так. Хуя! Так тупо. Лбом сломал танк. Ну вот. Охарактеризуйте, говорит, одним словом этого солдата. Ну, он как-то лбом сломал танк. Вот этот про нас. Сдохнет уже, ну. Да твою мать. Бэй! Бежим!
упала, дура. Локализация на уровне «умри, ублюдок», она хуже в целом. Слушай, вот этих людей, их, ну, людей, ну вы поняли, их реально заманаешь убивать. И скачет еще, смотри. Их реально в коопе нужно со спины расстреливать. Не психуйте, мужчина. Простите, врезался в стенку. Стоп, ну она уже не железная, вроде как. Получи. Свободен. Прессик за ВДВ. Окей. Ох, икона, мать. Окей, я передумал. Теперь, серверная прямо над вами. Поспешите, Силань приперта к стенке. У нее есть только один козырь. Информация на тех дисках. Геймплей на самом деле Halo 5 был задорный. Там был веселее. Но тут в целом геймплей норм. Нормально так. Так, тут ничего нет. Вылезли вот это вот они здесь на пуш. В Стиме на игру отзывы не очень. В Стиме, чувак, на любую игру отзывы не очень. Потому что там их пишут, вот идет на пенсне. Статы, япона мать. Из тех, что не могут четко объяснить, что именно мне нравится. Все ругают, и они ругают. Ну, вот принято Call of Duty ругать. В целом я даже понимаю таких людей, но не надо. Голова от вас уже болит. Если этого можно избежать, если он нацелился на вас, вам крышка. Пока вы под биокуполом, все в порядке. Ну охренеть теперь. Новые подкрепления входят на обычную гору снизу. Оставьте. Я пошел просто. Гость сейчас клип всех убьет. Данными, это приоритет. О, пошло-поехало. Довольно плотно, короче. Вот тут уже хочется какого-то коопа. Это, наверное, чуть попозже сделаем. Серверная прямо над вами. Поспешите. Сюлань приперта к стенке. У нее есть только один козырь. Информация на тех дисках. Господи. Да, пипец. Ах, так. Окей, куда теперь, Кейт? Серверная прямо над вами. Супер. Поспешите, Сюлань приперта к стенке. У нее есть только один козырь. Информация на тех дисках. Мы сейчас охереем, короче, с этими обычными щитовиками. Хоть один развалился. Где напарник? Напарник, помощь твоя что-то как-то не чувствуется, честно говоря. Получите. Ого, прикольно. Стрелял, стрелял, четырех. Больно, блин. Ау. О, опять женщину убили. Либо нехрен. Мне псель что-то отрывает. Вот судьба такая, ну.
Давай посидим, отдохнем. Короче, тут уже пожестче стало, и тут на самом деле вот именно хочется коопа. Видите вы, как уровни здесь сделаны? Это не просто кишка. Это кишка где-то с тремя примерно развилками. Ну, то есть, чтобы большое количество игроков, оно могло пойти в разные стороны и делать разные дела. Они кругом такие кончили? Это посмотри. Так, я, пожалуй, отдохну. Что-то, короче, как это херь. Реально. Начали больно бить. Все там, нет? Я попал под серьезное дерьмо. Там есть кто, нет? У них дух! Не связывайтесь с духом, если этого можно избежать. Если он нацелился на вас, вам крышка. Пока вы под биогуполом, все в порядке. Ну, охренеть! Где гребаный напарник? Новые подкрепления входят на облачную гору снизу. Оставьте их. Госюлань и диски с данными — это приоритет. Напарник тут, оказывается, прям стоял. А я и не знал. Получи. Там начинают сюткин своим. А я вроде слышал, как он здесь был. Странно. Так, а что меня тут в итоге свинтило-то? А, я обратно побежал отступить, а тут в итоге такая дичь пошла. Кот Леопольд, спасибо тебе за все. Приходи домой, иногда плохое настроение, заходишь на канал, спасибо, получаешь полчаса кайф, спокойствие. Смотришь видео, наслаждаешься качеством видео, при этом так уже около 4 лет. Быстро время летит, скоро я старым буду. Спасибо, чувак. Спасибо большое. Они на проходном мосте. Ты вот знаешь, вот именно в такие моменты я начинаю сидеть. Ну, начинаю сидеть, ну ты понял. Я просто, короче... Какая бы херня ни происходила, сидишь, начинаешь думать, что на самом-то деле все хорошо. Спасибо, Кэп. Кэпа не скрыть, да? Я хочу попробовать просто свои приблуды. Что-то как-то... А вот это вот я второе покупал, оно куда делось. То есть я же купил там еще и вторую ветку, где можно было ломать кое-что. Я знаю, она начала декодирование дисков. Загрузка идет прямо на публичный сервер. Каждое слово из документов с этих дисков отправится прямо к договору. Мы должны ее убрать. Кейн, консоль нас не пускает. Варианты. Биометрический сканер. Нужна ее ладонь. Авторизация выполнена. Ожидание дополнительного ввода. Дополнительного ввода? Что еще за херня? Внимание! К вам движется подкрепление. А ведь биометрика должна подходить и для брата, и для сестры. Не может быть. У нас нет времени и вариантов. Сурово. Авторизация выполнена. Добрый день, мать Го. Подержите руку. Спасибо. Для дополнительного. На пока не завезли оптимизацию. Серьезно. Окей, Хендрикс, как бы... подключись к консоли. Мне нужно использовать твой ПНИ как проводник. Чего-чего? Доверься мне. Нужно быстро загрузить и потом стереть все, что есть на дисках. Так же, как мы сделали в доке на черной станции. Не шути с моим мозгом, Кей. Не буду. Зрелище тебе не понравится. Хендрикс, ты в порядке?
Он в норме. Короче, насчет оптимизации на ПК, я для многих, наверное, сделаю пипец какое открытие, но разработчикам Call of Duty в целом, простите, закрыто, перерыв. Приходите завтра, мужчины. Разработчикам Call of Duty насрать на ПК, ну серьезно, вот посмотрите просто соотношение продаж Xbox, PlayStation, ПК. Какой процент от этого занимает ПК? Поэтому они всегда отдают порт на ПК каким-нибудь ноунеймом. И это на самом деле говорит о многом. Поэтому не удивляйтесь, это обычная правда жизни. Они бы, возможно, делали бы что-то с этим, если бы вы покупали игру, но... лишь пиратите. Но ПК пиратят Call of Duty в большинстве своем. Хотя тоже факт вроде, да? Посидим, отдохнем. И пока вот такой замкнутый круг будет продолжаться, вы можете сколько угодно ныть про оптимизацию, но играть в эту игру будут на консолях в большинстве, просто в разы, в десятки раз больше, чем на ПК. И, соответственно, там будет и оптимизация, и геймплей, и 60 кадров ровно, и сеть. Electronic Arts к этому лучше относится, но это не отменяет того, что... 60%! Держитесь! Я сейчас охерею тут. Держите. Я сам только что спровоцировал срач на тему консоли ВСПК. Ну что поделать? Получи, женщина. Разваливать отсюда нахрен! 80%! Почти! А можно побыстрее, пожалуйста? Получи. Противник проламывает стену на втором этаже! Ну охереть теперь. Блин. 60 кадров в секунду ровно идет. 60. Эу, эу, эу. Спускайтесь сами ко мне, ребятушки. На подходе. Так, я сейчас офигею, вот это, если мне придется туда куда-то бежать. На подходе все еще. Что ж вы делаете, ироды окаянные? Давай уже быстрее как-нибудь, ну. Данные просмотрим, когда ты вернешься. Птичка приближается для эвакуации. Взлет через 15 секунд. Только не надо вот этого бреда там про конвейер ради бабла. Все игры делаются ради бабла. Если ты думаешь иначе, то ты наивный дурачок. Готовится. Абсолютно все игры. Даже бесплатные инди-игры делаются разработчиками, чтобы попасть в индустрию, чтобы делать игры ради бабла. В него попали! Приготовиться к удару! Когда играешь в Uncharted, да, плойка начинает гудеть. Это факт. Ланце? Ланце! Кейт, мы упустили эвакуацию. Удачи, Андрю. Производный протокол. Эхо 3. Хорошо. К отметке B-54. Вы взломаете одну из их лодок. Не знаю, как-то пока очень мало на этом уровне было скриптовых сценок. То есть ты тупо шел по трубе и убивал врагов. Ну, это как-то было странно. Не очень динамично, по-моему. Давайте просто убирайтесь нахрен оттуда!
О чем сюжет? Спасаем мир. Супердерево в дальнем конце есть доступ к докам. Не дождусь. Я хочу просто посмотреть, что здесь есть. И такой бегает кругами, короче. Ой, мать твою. Мать твою. Выбери куда и двигай. Хендрикс, я иду внутрь. Ты обходи снаружи. Смотритель показывает, что B-54 спускаются к вам на тросах в компании когтей. Согнутое дерево! Наш выход отсюда! Бессмертные! Найдите Черт. И уничтожьте! А я-то надеялся, что она уже не очнется! Нашу землю. Да, охереть! Заставьте их страдать! Отправьтесь на тот свет! Занять укрытие! Куда ему прицелиться! О, только проскрипти жаловался. И оно поперло. Не, без автоприцеливания гораздо лучше. Надеюсь только на себя и никаких вот этих вот подцеливаний, которые... Здрасте, женщина, получи. Очередная игра про избиение женщин. Меня на самом деле начинает это тревожить, потому что нет в Assassin's Creed еще коробило. Это ваш единственный шанс добраться до доков. Шевелитесь! Что? Так. Никакого плана Д? Мужик такой ехал. Такой, добрый день. Такой, извините. Я проходом тут. Кейн, вытащи нас отсюда! Это гребаный А! Идите к лифтам! Вам нужно добраться на небесную палубу! Что-то, короче, все будет очень плохо, походу, сейчас. Можно я... Ладно. Херовая идея. Ну да ладно. Сработало. И сейчас гидродинамический удар, да? Спокойно. Я вытащу вас оттуда. Так, где он там? Да, это мне очень напомнило кошик. Оружие стреляет под водой, ништяк. Интересно, а как на геймпадике переключать режимы? Ну, в общем, свои спецспособности. Перпы. Что-то как-то все стихло. Кейн, мы реквизируем эти воздушные корабли. Поняла. Смотритель показывает, что бессмертные кишат на вашей позиции. Ого. Вы займитесь турелями, а я поведу. Круто. Можно мне такой же пулемет, прошибающий все? А это, походу, он есть. А вот сейчас и поговорим, тварь. Шева! Мамочка. Второго пулеметчика не хватает, пипец как. Ну что-то сбил меня, попроще. Охереть. Опасно. Танака! Давай направо! Налево, налево, налево! Эй, может, ты сам хочешь порубить этим куском говна, Хендрикс? Я
капец, город весь. Поехали. Ты в порядке, Хендрикс? Круто. Да, лучше не бывает. Думаешь, Кейн права? Команда Тейлора порешила наших людей? Хендрикс, что ты видел? Дерьмо я видел. Вот что я видел. Что это было такое? What? Вы ничего не видели. Если вы это видели, то мне придется прийти к вам домой. И... это не я водил, если что. Я, в общем, палочкой, как люди в черном. Прокатился по реке какой-то... Да это пипец, там города. Половина городов, я так понимаю, заброшена. Ну, то есть, наводнения, цунами, ураганы и тому подобное. Жить невозможно. Дело тут не только в том, что он до двух минут может натренированный человек не дышать под водой. И там спрашивают, как он типа это делает. Дело еще и в том, что они у нас киборги-убийцы. Спасибо. Так, что мы хотим? В Ешкороле живешь? Итак, Кейн говорит, что диски частично испорчены. И она только что закончила извлекать записи с камер слежения черной станции. Насчет сделанного с Госюлань. Другого пути не было. Утечки нужно было остановить. Знаю. И еще я знаю, что бессмертные не простят нам убийство брата Го и членовредительство сестре. Кейн сказала, неважно, что записали камеры. Мы отправляемся на место последней операции Тейлора. В центр первой катастрофы. В старое здание Единства. Так. Да не, нормально, кстати, колда. Зря так, про то, что движухи мало. Обычный Call of Duty. Я говорю, эта игра, она такая вот, раз в год ее пройти и ждать следующей части. Другое дело, сколько это дело все будет стоить. Как бе. Так, закрыть браузер. Это у нас интернет такой? Круто. Подожди, не-не. Гардероб. Так, что вы тут хотите? А, типа новое что-то, карантин. Но вы же видели, что в итоге в катсценах все равно наше лицо показывает, да? Поэтому это ни на что не влияет так-то. Ну ладно, пусть будет. Буду пчелка Майя. Вот такой биохазард. Если я вообще женщиной буду, что будете делать? В катсцене мы по-прежнему играем за главного героя, так что это не так важно. Так, может быть тут что-то поменять? Да не знаю на самом деле. По-моему, все норм. Так, погодь секунду. А что, оно снято все? А, вот, смотри, можно сюда это лепить, да? Да мне на самом деле все устраивало, как бы. Только вот это вот поставить. Далее. Два магазина. Ништяк. Ого. Прикольно. А это что дает? Меткость, урон. Глушак нам нафиг не нужен. Я думаю, что вот это вот нам пригодится. Да и в принципе, что еще сюда можно поставить? Да все, наверное. Мне бы узнать... Пойду в Battlefield дальше. Играть на самолетиках, летать души никакой. Ну, я с тобой не соглашусь. Иди играй, иди. Удачки тебе. Прицел поставь. Не-не-не. Да не, оптику. Зачем тут оптика? Это Call of Duty. Тут стреляют все на расстояниях до 10 метров. Зачем оно нужно? А вот, киберядро нужно менять здесь, походу, да? Так, ядро управления. У нас здесь есть приблуды. Ага, норм. А в игре в самой нельзя менять? Ну там даже что-то готовит жрать. Что же она делает? А-а-а.
Так, хорошо. А что у меня здесь? Понятно. FMJ пробивать стены. Да это не так важно, как бы. Снайперскую винтовку пробовать до этого в мультиплеере лучше. Время действий точно будущее. Ну а как иначе? Я не верю. Их подставили. Запись под... Без вариантов. Если б ты был прав. Но все куда хуже, чем убийство на станции. Кейн, расскажи ему все. Утечка информации расходится как рак. Ставя под угрозу операции Союза в мире. Они знают наши слабые места и стягивают войска в нестабильные регионы. Вы это не видите? Вы это не должны видеть. Тейлор сдал нас. А что это вообще такое? По следам последней известной операции. Тревоги, сработавшие под станцией. Это донат сломался, походу. Может, что-нибудь поможет нам понять их мотивы? Не забываем про бессмертных. Мы убили одного и покалечили другую. Они будут мстить. Так, короче говоря, что-то Donation Alerts, похоже, сломался. Я его когда включаю, начинается дичь. Вот сейчас попробуем. Если будет опять какая-то мачмала вылезать, то... Сингапур, по-прежнему. Текущее задание день 2. Команда кто играл? Мы до середины дошли хотя бы, нет? Ну, кто прошел, пройти уже успел. Ниже здания единства. Рано для перегиба. Я прошерстила доступные данные и схемы. Чем бы это ни было, этого нет на картах. Многое пострадало во время катастрофы. Лучше попробовать спуститься через центральную шахту. Спасибо, Кейн. Правда. Значит, мы пойдем по следам Тейлора. Посмотрим, найдем ли мы какие-нибудь ответы. Смотритель фиксирует многочисленные сигналы сверху. Б-54. Скорее всего, они уже внутри. Так и есть. Мы только что видели прибытие подкрепления. Вряд ли получится сделать все тихо. В смысле конец? Какой это конец? Несколько путей подхода. Как это конец? Рассредоточиться. Да не похоже на Брэдли Купера. О, прицельчик другой. Жду твоего выстрела. Так, погнали, чё. Ну, господи. Стелс. Такой крик поднялся, смотри. Эй, слушай, там какой-то пришел, стреляет. Трамщада, стреляй. И вот видит там. Это было смешно. Чё они орут-то? А, в игре всего... Ну, чё-то мне сколько осталось полноценных вот таких больших уровней. Сейчас я, короче, хапну. Надо было стелс устраивать, реально. Где же этот снайпер? Ага, понял. Да не похож он. В некоторых моментах похож, что ты уже уймешься там, нет? Так, бежим вперед. Укрытие. АОБ активно. Повторяю, АОБ активно. АОБ? Это хрень, АОБ, Япона, мать! Как она функционирует? Активная женщина защита получит. АОБ отражает атаки. Используйте прицельный огонь, чтобы вывести ее из строя и добить АОБ и ЖПГ. Повредите активную защиту АОБ, чтобы отключить оборону. Один с миссий в игре, я... А мы сейчас на какой? Я не помню. Ну ладно. Стреляйте. Вот оно как. Понятно. Как бросить курить? Бросаешь курить и все. По-другому не получится. Повреди защитные системы! Уже почти!
Я, допустим, много курил, а потом перестал. Все. Иначе никак. Стреляйте из РПГ, пока она не включилась. Иногда курю, правда. Чисто очень сработано. Лет. Продолжайте долбить защиту оружейным огнем. Эу. Меня ракета попала, шеф. Хер с ним. Мне вообще насрать, реально. Вы видели? Ракета в меня вошла. Так, подожди, она еще держится. Защита АОП деактивирована. Бейте сейчас. Получи. Все? Совсем все? Подключитесь к панели. Взлом должен открыть проход. Так, хорошо. Скучать некогда, а? О, да. Сегодняшний день полон сюрпризов. Китаец. Несы, это все, что осталось от исчезнувшего кода. Вас приветствует единство, ваше будущее. Пожалуйста, зарегистрируйте свою группу на стойке. Можно к стойке подойти? Могут, по-моему, что-то есть. Ну-ка. Подключаюсь ко входу в шахту. Прикрой меня. Эти тела здесь уже давно. Да факт. Должно быть перед атакой на черную станцию. Хендрикс, это работа Тейлора? Возможно. Прицельный в голову. Но честно, тебе стоит знать, насколько это тупой вопрос. Это работа Тейлора. ЦРУ отправила их сюда, потому что эти отморозки здесь ошивались. Эй! Ничего, Кейн. Просто плохо. Так, кстати, секунду. Что мне там советовали сделать? Как мне включить... настроение. Херсни. Отображение, внешний вид энергии. Того, что я надел. Вероятно, небольшое устройство. Думаю, на одном из тел. Modern Combat? Это на айпадиках, что ли? А что в него играть-то? Он так себе. Понял. Загружаю данные. Что-нибудь полезное? Мародеры сюда не сами забрались. Их направили войска договора. Активирую дрон-разведчик. Сообщение получено и принято, Хендрикс. Посылаю координаты дрона на твой интерфейс. Да вот так только поначалу приходит. Эй, знаешь, что бывает, если долго всматриваться в бездну? Пойдем. Она начинает смотреть на тебя, ну да. Прижмись к краю, там далеко спускаться. Я поведу. Не знаю, в игре... Ты думаешь, что эта запись с убийствами фальшивка? Я давно знаю Тейлора. Не могу представить, чтобы он был на такое способен. Тем более убить их так. Может, он уже не тот, кем был раньше. Пусть так. Но что насчет Холма, Ретти и Диаза? Как они могли на такое согласиться? Мы докопаемся до правды. Любым способом. Графон симпатичный. Мне очень нравятся в этой игре вот такие вот... сюжетный момент. Когда не стреляешь, они очень круто сделаны, прикольно. Экшон, ну, так. То есть, как-то слишком много его. Ну, если в предыдущих колдах ты на этом месте убивал, допустим, 5 врагов, тут ты убьешь 50. Вот сюжетные моменты, да, нравятся.
Не знаю, чего он у тебя там требует, и чего у тебя там средний. Графон, по-моему, прекрасный. Полез. А я так могу? Черт, сраные Б-54 уже впереди нас. Ну, слава богу. Как ты думаешь, что нам делать? Думаю, нам стоит представиться. Ну, пойдем. Первый выстрел твой. Так, секундочку. Мне тут кое-что в чате пишут. Буквально секундочку. Я сейчас проверю. У нас Donation Alerts Offline. Сервак тупо упал. Но я сейчас не то смотрю. Я сейчас захожу в нашу группу. Ссылочка в группу в описании, если кому интересно. И здесь... нет, ты выдумываешь. Кто-то сказал, что здесь в группе пенис рисует. Я хотел пойти всех перебанить. Иди. Но на самом деле это не так. Ладно, пойдем просто убивать. Зачем нам стелс? Ой, опять вот это вот пришло оно. Вот это вот делать ему нехер. Перевод говно. Вот что я думаю по поводу перевода. Мама. Почему-то он не всегда катится. Получите, женщина. Нечего было драться с мужчинами. Я понимаю, там равноправие, но когда женщина дерется с мужчиной, это, как правило, очень глупо выглядит. Ну, если это, конечно, не боец UFC какой-нибудь. Джей Карана. О, музон. Видите, о чем я говорил? Здесь врагов реально зерграш. Получи. Смотритель, услуги абсолютно бесплатно. Предлагаю свою помощь, могу приглядеть за Тоси в то время, когда вы с Дашей уходите куда-то, следовательно, вы можете гулять. Но еда и питье с вас. Ем я только красную икру и семгу. До вашего справедливого. Ну ладно, хорошо, договорились. Почему бы и нет. Сейчас пойду семги тебе нарежу. Семги. Люблю семги. Я не знаю, как она называется, я человек бескультурный и недалекий, но мне она очень нравится. Кейн, ты нас в кроличью нору пытаешься отправить? Я хочу того же, чего и ты, Хендрикс. Закончить это все, пока не стало еще хуже. Приветствие, да, там не одна, не две, не три, там 4 или 5 ошибок орфографических. Титанфоли было удобно. Тут не очень. Смотри под ноги. Это тебе не паркет. Хорошо. Здрасте. А что тут у вас? Слушай, тут прикольно, не знаю, вообще локация просто пока что лучшая в игре. Что с вами, робот? Необходимо захват цели, а тебе типа стекло препятствует, что ли? Почему роботы так себя ведут? Может, скачок напряжения? Сильный скачок напряжения! По-моему, он должен пускать с другой интонации, типа, да... Дверь на мне! Сильный иди скачок вниз на позицию! Напряжение. Сильный скачок напряжения. Что за бред? Не знаю, локация прям очень крутая. Кейн, возможно, что кто-то подключен к системам здания и управляет роботами. Сомнительно, чтобы системы были работоспособны после аварии. Понимаешь, мы понятия не имеем, что там внизу. Искусственный интеллект. Роботы-убийцы. Вот это будет забавно, если в итоге будем воевать с искусственным интеллектом. Вон одну серию. Разведдрон показывает, что они прошли здесь.
Не буду спорить. Спорим на сотню, что внизу мы найдем какое-нибудь невероятное дерьмо. Нет? Ого! Какого хрена? Ого! Ого! Хендрикс, они целятся в тебя! Действительно? Капец. Вот это я словил только что. Давай сделаем вот так. Короче, в большинстве эти способности все до жопы. Да твою мать. Подожди, что я выбрал? Меняет систему распознавания. Ну. Дай. Короче, как-то неправильно у меня работает. Че, вы испугались на том скримере, что ли? Спорим на сотню, что внизу мы найдем какое-нибудь невероятное дерьмо. Ой, да давай погнали, убьем всех просто уже, безо всяких этих прибуд. Вот это вот сделаем просто и все. Какого хрена? Ого! Ого! Хендрикс, они целятся в тебя! Так, свободен. Чувак, какая пенумбра? Мне тоже нужна такая. Что не робот. В этой игре я отдыхаю. Да я вообще на... Я уже 100 раз говорил. На стримах я именно отдыхаю. Расслабившись, поигрываю. Мы с вами тут болтаем. Да, выключись уже, ну. По-моему, оно ползает еще. Так, с патронами беда. Спасибо. Все чисто! Что за хрень контролирует этих роботов? Я не знаю. Я выполняю триангуляцию источника, но пока без результатов. Я продолжу искать. Ах, патрончиков. Ладно, тогда засылаю разведдрон. Посмотрим, что в этой кроличьей норе. Впереди низкая освещенность. Рекомендую переключиться на улучшенное зрение. Понял. Кей. Спасибо. Кто-то ругал эпизод, что у киборгов нет ночного зрения. Нас дожидаться. Есть. Видишь? Капец, тут темень. Кейн, нам не поступают данные. Проблема на твоей стороне? Отрицательно. Детальный план заканчивается на уровне шахты. Без дрона мы слепы. Сраные технологии. Идите дальше. GPS-координаты показывают, что сигнализация перед вами. Чё-то мы, короче, куда-то на днище просто спустились. Это не очень хорошо. Я сейчас полезу, смотри. Вот я прям чувствую. Ого. Скайнет. Кейн, мы нашли дрона-разведчика. Распушевался. Ну, то, что от него осталось. Где? Ну, было здорово. Стоп. Дайте мне рассмотреть тот знак. Ты его узнаешь? Судя по всему, это секретный проект ЦРУ. Если это дерьмо тут было во время катастрофы, никто бы тут не прибирался. До Тейлора. Да. Думаю, кто-то хочет что-то спрятать. Следы ведут сюда. Кто-то решил пиво нажаться и включить таким образом себе режим 3D. Удачи. Что
Что тут происходит, Кейн? Ну давайте вставать, что ли. Мне обязательно туда идти? Ты без меня никак? О, норм. Какого хрена? Встаем, встаем. Так, а мои пассажиры? Свидание. Гранату ему выдернул. Ну, ты понял. Не гранату, а это. Нет, стрим на самом деле очень сложно проводить. Мне их намного легче, чем на YouTube записывать. Я батарею вырву. Поэтому я так своеобразно отдыхаю. Надо прекращать вот это вот, то, что я делаю. Вырывать у них печень, короче. Это меня просто дико банит. Да, с роботами, похоже, что-то не так совсем. Я не смотрю, они тупо драться бегут. У них оружия-то нет. Чапи, хорош, Чапи. Туалеты. Отлично. Можете спрятаться. Зона чиста. Будь начеку. Неизвестно, что еще прячется в темноте. Что творится с этими роботами, Кейн? Не встречала робота, который так себя ведет. Они на это не запрограммированы. Что-то изменило их параметры. Расценивайте их как врагов. Окей. Если верить GPS, источник сигнала должен быть там. Бояться нечего. Что-то только что было. Ну, блин. А? Где блестяшка-то? Как же я без нее уйду-то? Как так-то? Ладно. Вот это вот сейчас было несправедливо. Показать нее на секунду, короче, и слиться куда-то. В этом месте взломай пульт. Неплохой хоррор. Не хочешь поспешить? Нам нужно попасть. Нет. Туда. Спасибо, капитан. Как же ты меня времена вот так вот прикладно, типа башочки, да? Вот же. Хендрикс, проверь другие консоли. Возможно, я смогу вытянуть что-то с дисков. Ага. Кейн. Ты в деле? Откуда это взялось? Испытания Бена и на людях в то время не проводились. Может, они разум людей? Официально точно. Переписывали в роботов. Может, это как Сома? Не думаю, что это добровольцы. Они подключены к центральному серверу. Зяйсюн? Разве он не был примером для нас всех? Бессмыслица какая-то. Если он мертв, тогда почему мы находим толпы мертвых ЦРУшников, убитых в его стиле? Минутку, Кейн. ЦРУ посылает нас сюда. Цель неизвестна. И мы выходим на следы операции ЦРУ? Какой смысл? Хендрикс? Ты о чем? Пока не знаю. Просто будь настороже. Особенно рядом с Кейн. Ладно. Все в порядке, Хендрикс? Да, Кейн, мы в порядке. Окей. Вижу сетевую активность в серверной двумя этажами ниже.
Эй! Вряд ли совпадение. Выдвигаемся. Хорошо, погнали. Впереди я так понимаю, нет там света. Сейчас... Включите электровидение. Я так понимаю, там сейчас будет Т-800. Датчики показывают радиацию. Двигайтесь медленно. Она может вызвать сбои оптики основных систем. Так, я видел дорогу. А вот и все. Электромагнитные помехи, функция обзора. Давай помоги. То есть начинаешь дергаться и все ломается. Ой, короче, это пока что самое охеренное место в игре. Ну че, сам не откроешь? Ты открыл дверь, Хендрикс? Я этого не делал. Серьезно? Ладно. Что-то тут какая-то такая локация, как будто сейчас за мной будет какая-то херь гоняться, я буду от нее убегать с визгами. У нас тут еще испытуемые. За что люблю геймпад, за то, что можно вот так вот атмосферно ходить медленно. Вот это круто, блядь. Они в воде! Понял. Так, назад пути нет, супер. Мама, вы какие-то стрёмные. Куда иди? Охереть вас тут, ну да. Да, охереть вообще. Да, блин, я же... Ваншот практически. Это, короче, я просто хотел батарею из него выдернуть. Я этого не делал. Большая ошибка. У нас тут еще испытуемые. Они в воде! Больно бьют! Да, пипец! Мама! Мама! А! Охереть! Я этого не делал. Первый раз слышу твой голос. Они в воде! Да нет, что ты делаешь? Он не вырывает больше у них печень. Хорошо, хорошо. Оптика снова включилась. Поняла. Я получаю данные о массивном выбросе энергии впереди. Это круто, да? Здесь много роботов, Кейн. Тише, не торопись. Кейн, я отделился от остальных. Похоже, серверная впереди. Круто. Не знаю, мне все очень нравится. Понятно. Убирайся оттуда! Там есть выход прямо впереди!
ел, твою мать. Знаете, это место начинает походить на полигон для испытания оружия, а не на биолабораторию. Никто так и не смог определить, что за химикаты были выпущены во время катастрофы. Только мне кажется, что кто-то пытается что-то скрыть. Я, конечно, сейчас об этом пожалею, но я сейчас опять возьму дробовик. Эй, слышите? Не надо этого делать. У нас руки в крови по локоть, нам ее не смыть. Вы меня знаете. Я прошу вас развернуться. Уходите. Кейн, у меня Диас пробивается по закрытому каналу. Тейлор прав. Мы должны показать миру правду. О, нет. Он подключен к серверам. Его ПНИ работает как канал для всех данных, которые там хранятся. Он управлял роботами, контролируя их коллективный разум. Он перегрузит свой мозг. Послушайте, мы должны остановить его. Мы должны прекратить это. Прямо сейчас он грузит все данные прямо на серверы наших врагов. Мы должны с этим разобраться. Понял. Ну ладно, хорошо. Диас, ты должен остановиться. Что бы ни случилось с тобой и другими, остановись! Я лучше умру за правду. Пагаренда 2, напиши, пожалуйста. Единственный способ отключить его от сервера, это уничтожить реактор над ним. Кей, как далеко мы до финала? Подключись к основной системе. Если поддерживать прямую связь через... Ох, я, короче, вот это вот было зря. Уязвимости реактора. Как скажешь, дорогая. Дробовик в этой игре — это боль. Есть. Это боль, цель и это боль я выбрал сам. Охлаждение вокруг Диаза. Это откроет доступ к реактору. И когда он откроется, поднимайся и бросай гранату внутрь. Первое. Если бы я еще сам попадал. Прощайте. Расслабь свой разум. Расслабься, говорит, и получай удовольствие. Да твою мать. Пусть плохие воспоминания. Я попал? Пусти в свое сердце покой. Я тебя сейчас пущу кое-что куда. Первая градина закрылась. Реактор открыт. Мне не надоело, я просто планирую, чтобы, ну, не знаю, либо за один стрим все пройти, либо за два. Ты не подумай. Тебе нужно мне подобраться ближе. Нужно поместить печатку прямо в отверстие. Да охереть. Какой же этот дробовик шляпный, господи. Давай, лезь в центральную границу. Рот закрой, мать твою. Я очень далеко от концов. А, ну все, ну отлично. Да. Граната взорвалась! Эй, это сработало? Сработало! Центральный реактор 66%! Открываю вторую градирню! Поторопись, Кейн! Нас везут как кишки! Вот это вот вообще безумное сочетание. Чуваки, блин, с автоматами и бегающие ублюдки. Да, сейчас будет много боли. Ой, так, хорошо. Да подожди, перерыв, сейчас пройдем. Открываю вторую градирню. Поторопись, Кейн, нас прессуют как кильку. Так, мне это нужно сделать 4 раза. У меня гребаный дробовик. Супер. Открываю вторую градирню. Да я понял уже, что ты там открываешь. На одного, ага.
Градирня открыта. Отдайся, пожалуйста. Я как будто бываю в нервной волны лазурного океана. Пусть они опускают. Какого нахер океана? Закрой свой ховальник. Там, по-моему, с бочина она не простреливается. Представь, что ты в безопасности. Вторая градирня готова. Реактор открыт. Представь себя в зимнем лесу. Чипче, давай. Бежит оно, это дерьмо, просто на палочке. Еще один приперся. Куда ты бежишь? Мне еще тебя защищать надо. Срань. Так. В одиночку это довольно... И чё тебе, блин, я не знаю, высру что ли? Да господи. Взял дробовик. Что может идти не так, да? На самом деле эпик мне нравится. Третья градирня открыта. Я согласен. Сейчас ты почувствуешь на своей коже. Как же я ее ненавижу. Как слышишь? Можно как компьютерного персонажа ненавидеть? Вот так как я ее ненавижу. Слышишь? Третья градирня готова. Заберитесь вверх и разрушьте реактор. Лучше бы оно его не убило, Кейн. У нас вряд ли есть выбор, Хендрикс. Там совсем охерели. Мама. Да у них у всех батареи сломаны. Бросай гранату. Мы должны остановиться. Да рот закрой ты уже, ну. Там хер подлезешь со всех сторон, эти сансумбрики. Бежи, 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 бежи. Куда мной такая шобла? Мы не можем потерять его, Хендрикс. Подключись и вытащи все данные, какие сможешь, из его ПНИ. Ты знаешь, это поджарит его мозг. Знаю. Ты не понимаешь. Это кто-то, кого я знаю. Кто-то, с кем я сражался. Он не может умереть так. Мне жаль. Так надо, Хендрикс. Я его вижу. Зимний лес. А, черт! Кейн, ты понимаешь? Что? Что ты видел, Хендрикс? Ты что-то понял? Хендрикс! Тейлор ищет двух выживших в катастрофе единства. Он уже покинул Сингапур. Как он раздобыл транспорт? Предав свою страну, заводишь новых друзей. Черт! Враг наступает сверху! Это бессмертные! Они там внизу? Те, кто убил моего брата?
Да, да. Мои люди входят. Получили ли мы расположение убежищ ЦРУ? Да, госпожа. Затопите. Мои люди еще там. Сорвите сейчас же! Он пишет, озвучка делал из эпичной игры, какой-то китайский шутер. Факт. Хендрикс, взрывы по всему сооружению. Вам нужно уходить немедленно. Слышишь ее? Спаривай нас. А я что делаю? Смотри, я тебя танцую тут, что ли? На поверхности солдаты, 54 бессмертных. Они взрывают чертово здание, чтобы утопить вас. Пробегай, у нас мало времени. Гранату кинул, короче, сейчас на них взорвусь сам. Умница. Начинай искать этих выживших. Я нихера не вижу. Нам надо понять, кого именно ищет Тейлор. Сканирую файл, который передал Хендрикс. Должна найти через пару минут. А тут я бегать не могу. Стой. Кейн, надеюсь, у тебя есть план, потому что мы вот-вот утонем. Хорошо, я проведу вас. Откройте эту дверь и затопите лабораторию. Нет, это может сработать. В ваших легких более чем достаточно воздуха, чтобы добраться до поверхности. Да ты серьезно, что ли? Ладно, ладно. Но если не получится, я буду к тебе долго являться, Кейн. Черт, ее заклинило. Переключу систему управления. Прикрой. Отлично. Еще пару секунд. Да ладно, чего? У тебя тут все время в мире. Я дробовиком. Хрен кто пройдет. Конечно. Хана получит. Ох, сейчас нас затопит. Это пипец. Я узнала, кто выжил в катастрофе. Это Себастьян Крюгер и доктор Юсеф Салим. У нас сейчас проблемы посерьезнее. Давай уже делай что-нибудь. Помоги мне! Давай, надо сваливать! Давай, погнали. Прощай, Родина. Что дальше? Кей? Сверху. Отметка на твоем интерфейсе, Хендрикс. Так, нет тут. Хотя, может быть... Вы реально плавать? Вынесите а, это наши? Давление воды вытолкнет вас к шахте! За мной! Как только я выключу дверь, давление выдернет нас отсюда. Я понял. Охереть. Не убейся только яйцами, мужик. Ну, я же предупреждал. Ногами вперед, это да. Я об арматуру сейчас башкой. Ну ладно, вроде выплыли. Хорошо, будь у меня на хвосте, мы еще не выбрались. Внимание, вижу глубинные заряды, которые направлены в вашу сторону. Держитесь от них подальше. Избавься от этих зарядов. Единственный путь через них. Мост падает. Убирайся оттуда. Мать. Подождите, у меня что-то со связью. У нас большая проблема. У тебя уровень кислорода резко падает. Плыви быстрее. Да я плыву. Ладно, я, короче, завтыкал опять. Он говорит под водой, да. Внимание, вижу глубинные заряды, норма. Которые направлены в вашу сторону. Да вот это вот, короче, я начинаю торопиться уже все. Внимание, вижу глубинные заряды, которые направлены в вашу сторону. Держитесь от них подальше. А как же гидродинамический удар? Избавься от этих зарядов. Единственный путь через них. Мост падает. Убирайся оттуда. Подождите, у меня что-то со недавно вам показывали. Это какой недавно? Вчера смотрели проблема. По телевизору показывали «Спектр». Ну, не новый, а старый. С Шоном Коннери, Джеймс Бонд. Кислорода резко падает. Плыви быстрее. Да пипец их тут.
Даже там, короче, даже там гидродинамический удар учитывают. Кидают гранату в воду, он там за уши хватает, его колбасит, начинает в стороны. А тут пух-пух, в 10 метрах от него. Короче, это будет потно. Ну, это можно как-то, наверное, попроще сделать. Да, охереть. Ой, наверное, что-то делаю не так. Заряды, которые направлены в вашу сторону. Держитесь от них подальше. Избавься от этих зарядов. Единственный путь через них. Так если бы еще этот дробовик сраный хоть что-то делал. Да твою мать, смотри, они все равно рвутся. Убирайся оттуда. Подождите, у меня что-то со связью. У нас большая проблема. У меня такое ощущение, они наводятся на меня, что ли, я не пойму. О нет, да кто меня, да твою мать. Да то пипец, я, короче, это... Глубинные заряды, которые направлены в вашу сторону. Держитесь от них подальше. Избавься от этих зарядов. Единственный путь через них. Рот закрой уже, Зюза. Убирайся оттуда. Подождите, у меня что-то со связью. Кто меня расстреливает? Покажите мне эту гниду. Я вырву ему сердце. У тебя уровень кислорода. Что даже? Падает. Да мост падает, убирайся оттуда. Баба такая. Подождите. Battle 3. Нафиг на них плывешь. Вижу глубинные заряды, которые направлены в вашу сторону. На меня. Держитесь от них подальше. А если в них стрелять? Стрелять-то можно, ты видишь? Так стреляй. Убирайся оттуда. Так как до хера. Подождите, у меня что-то со связью. У нас большая проблема. У нас большая. Чем там пахнет, Даша? Я же тебе писала, ты мои сообщения не читаешь. Я не могу весь чат читать. У меня сейчас начнет. Внимание, вижу глубинные заряды, которые направлены в вашу сторону. Держитесь от них подальше. Так, все, спокойно, не спешим. Единственный путь через них. Мост падает. Убирайся оттуда. Подождите, у меня что-то со связью. У нас большая проблема. Аллилуйя. У тебя уровень кислорода резко падает. Тебе в трубу пишут. Я уже в трубе. Да-да. Мост плыви в трубу. Твой кислород на крючке. Мы должны вырваться на поверхность. Даша, не стой над душой. Внимание. Вижу глубинные заряды, которые направлены. У меня вообще уже, не знаю, я не знаю, какие силы сдерживаю. Ладно бы, игра была виновата, и тут я сам, оказывается, виноват. И, короче, вот это, от этого у меня горит еще сильнее. Ты не через ту трубу плывешь? Да вот, через эту трубу я плыву. У меня что-то со связью. У нас вот тебе труба, проблема. Видишь? Ну... Мне все равно в задницу влетает, у меня уже задница осталась. Они магнитятся на тебя. Я знаю, потому что я дровосек железный. Плыви быстрее! Ну вот. Твой кислород на критическом уровне. Мы должны вырваться на поверхность. Ладно, плывем. Да пипец, что. Если бы у меня была пушка, да получилось бы. Я не доплыву, я не удивлюсь. Хватай! Ты как? В норме. Кейн? Кейн? Хреново. Диас выдал информацию обо всех убежищах ЦРУ в мире, включая и это. Смотритель подтверждает. Бессмертные на пути сюда. Нам их не остановить. Вон из Сингапура. Держись, Кейн. Мы идем за тобой. Уф. Я молча, в общем, это делаю. Может быть, у него автомат какой-нибудь там, я не знаю, заряженный урановыми ломиками.
миниатюрными, поэтому он сбил бронированный самолет. Это не обсуждается. Что? Ты знаешь, они хотят, чтобы мы за ней пришли. Хотят, чтобы мы увидели последствия наших действий. Действия-то не наши, Хендрикс. Чтобы они не сделали, это их вина. Смотри, у нас новый хаб. Круто. Круто. Не знаю, давайте на этом... О, это мы в самолете, я так и подумал. А, отходишь от окна и перестаешь слышать. Да не перерыв, ребятушки, мы уже с вами играем, в общем, довольно много. 3 часа 40 практически минут, и я на самом деле подупоролся, как вы уже видели под конец. Поэтому давайте на сегодня, наверное, заканчивать. Вот что я хочу сказать. Потому что меня там жрать манит, да и вообще, как бы мы сегодня уже плотненько так поиграли в игру. Завтра или послезавтра продолжим. Я вообще планирую завтра, но черт его знает, что там получится. Так что вот. Да, он там кто-то спать хочет. Поэтому кто-то там: привет, я пришел, что я пропустил? Стрим пропустил. Так, хорошо. Что там? О. Стоит ли мне Xbox One? Артур, скажи. Что стоит ли? Покупать? Нет, дорого. Игры. У вас что там, скоро начало Близкона? О, трейлер Warcraft покажет. Будет ли прохождение MGS4? Обезон будет, но как-нибудь потом. У меня сейчас нет ни игры, ни консоли. Посмотри новый костюм. Потом. Какая у тебя звуковая карта? Asus. Какая-то Xonar. Хороший, в общем. НФС. Надо будет как-нибудь поиграть. Так, что еще? Я имею в виду покупать Black Ops. Лучше сразу с изданием за 4000 или лучше простое издание за 2. Ну, ты вот сегодня видел, а поэтому уже сам складывай впечатление. Не знаю, ну, хороший шутан, по-моему. Мне очень нравится, но есть моменты, за которые бил бы ногами по лицу. Но такой, в общем, пару-тройку вечеров за ним убить — это самое такое, за милую душу. И потом в коопе с друзьями пройти по второму, по третьему разу будет, я думаю, занимательно. Поэтому, ну так, нормально. Мне понравилось. PS4 покупать? Не знаю, ребята, это дело ваше. Спасибо. Так, что там, донат заработал? Спасибо за очередной крутой стрим, знатное вышло мочилово. Да, скоро продолжим. Кто уходит в свидетель, стримом доволен. Что там дальше? Иди кушай, дорогой. Проголодался, небось, да? Та! Так, стоял перед выбором PS4. Короче, очень удобно. PlayStation 4, Xbox One. В плане того, что ничего не тормозит. Ты купил себе диск с игрой, либо, ну, скачал из цифрового магазина, играешь. Все, ни о чем не думаешь. Ни дрова обновлять, ни о тормозах, ни о чем вообще. И играешь, как правило, на телеке на большом. С другой стороны, нынешняя ценовая политика из-за кризиса, она серьезная. То есть 4-5 тысяч за игру, за одну игру, пусть это даже Fallout, скажем, или Ведьмак. Это дохера как много. Так что смотри сам, на ПК-шке в целом, наверное, более демократично в этом плане. Но ПК как игровая платформа, она лично для меня все же на втором плане. Хотя, конечно, есть вещи, которые я буду играть только на ПК. Индюшатину, Дейзетину всякую. Понятное дело. Начальник, я перевод для Call of Duty сделал. Да-да-да. Чё, в приветствии 5 ошибок? Вы чё наделали, идиоты? Зачем ругаешься, начальник? Так. Музыка, да, гашёная, пережатая, потому что я такую нашел ВКонтакте, я её даже не слушал. Если вот тут где-то посередине мат сейчас будет. Или Dangerous будет с Oculus'ом, Monstrum будет с Oculus'ом, Affected попозже, наверное, поиграю еще, игра меня сломала реально. В общем, будут игры. Alien покажу с Oculus'ом, так что на канале будет много интересного. Но завтра будет, наверное, запись вот этого стрима, если все будет хорошо. Наверное, все-таки обратно на... Меня задолбали уже с вопросами, реально. А где записи стримов? Ну, те, которые есть.
Я им говорю, вот на канале записи стримов есть специальный канал. Они, а записи стримов где? И, короче, вот это вот просто выносит мозг, поэтому либо я никуда не буду заливать записи стримов, либо буду заливать на основную. Вот эту можно на основную, в принципе, залить. Вот. Окулус теперь твой или нет? Не знаю, зависит от того. Мне там ПКшечку одну пришлют на неделю посмотреть от Innovation Labs. Если пришлют, то я ее посмотрю. Тогда Окулус себе оставлю. Если не пришлют, то отправлю ее. Вот. 5 минут, еще одна миссия. Не, ну, ребята уже расходятся. В прошлый раз нахало так обманул, половина народа, зрителей ушла, потом приходит, короче, на следующий стрим. А там одну миссию в итоге они пропустили. Трансляцию BlizzCon не хочешь рестримить? Да нет, можно E3 стримить, а так смысл-то в этом. Что за ошибка с приветствиями? Да ты про то, что когда запускаешь видео на YouTube последнее, там ошибка вот в этом, то что до 16 и... А, ты про Call of Duty? Ну, ты просто вот запусти игру, купи, там приветствие от разработчиков будет, там где-то 6 ошибок в небольшом предложении. В общем, игра мне очень понравилась, вот что я скажу. Я думаю, что она мне достает еще море фана в одиночном прохождении, и будет просто эпично, когда я ее пройду с Дашенькой. Ну и с Тёмой там поиграем еще. Чисто в коопе будет вообще шикински. Но такая, я не сказал бы, что это шедевр или просто очень хорошая игра. Такая, ну, нормальная игра. За ней можно убить пару-тройку вечеров, а так и пару недель даже. Ладно, в общем, как ты так круто в шутаны на геймпаде играешь? Опыт. На самом деле, я на этом геймпаде плохо очень играю. На Xbox One я играю намного лучше на геймпаде в шутаны такого типа от первого лица. Ну, просто я всю жизнь на консолях играю. И я не круто стреляю, да. Не особо. На самом деле, мне Токулус, он не сильно нужен. Но оставит и оставит. Просто как бы скоро уже выходит полная модель, а с этим ты бы знал, сколько проблем. То есть, каждую игру установить, чтобы запустить, просто ты такие танцы с бубном по 10 минут делаешь. Будешь ли покупать VR для PlayStation 4? Да. Если Sony не пришлет, куплю. Fallout на стриме или на канале будет? Fallout будет на канале. Но первая серия большая будет стримом. То есть мы начнем эту игру на стриме, прямо в тот момент, когда она выйдет. А после этого уже будем дальше, вторую, третью, четвертую там на YouTube. Время от времени отвлекаясь на стримы, когда мне захочется просто побегать по игре. Вот. Скоримчик тянет, но когда у меня будет новый ПКшечек, я уже на нем, наверное, это дело поделаю. Будете ли в коопе играть в Rainbow Six? Заколебался кто-то мне писать. Я не знаю. В последнее время, если я кому-то либо не пишу, то мне сам никто не пишет. Поэтому если только с Тёмой, потому что Тёма красавчик вообще. А остальные мне толком не пишут. Типа там, давай поиграем во что-нибудь. А если я не пишу, то и не играем. Ну так, в принципе, всегда было, но просто надоело. Обидки. На чем планируешь проходить Fallout 4? Да, наверное, на ПК, там моды, тому подобное. Когда следующий стрим? Либо завтра, либо послезавтра. До Fallout'а надо пройти эту игру. Новую игру от разрабов Stalker смотрел, а-ля Division. Ну, там трейлер. Называлось что-то... Как там? Дарков или... Что-то так, типа, битва за Харьков, но не Харьков, а какой-то Парков, что ли, что-то такое, в общем... не знаю, там показали трейлер, один ничего не понятно. Где луткейс? Уже лежит недели две этот луткейс, никак не могу его посмотреть. На днях буду записывать большой подкаст, там у меня столько всяких упаковок от вас, столько, наверное, посылок от зрителей. Штук 5-6, наверное, лежит. Все это дело будем снимать, распаковывать. Потом конкурс на наушники. Скоро видяху пришлют гигабайтовскую GeForce 950. Но там конкурс надо будет позабористее сделать. Вот. Escape from Tarkov. Во, точно. Не Харьков, а Тарков. Что по тебе лучше, Modern Warfare 2 или Black Ops 3? Modern Warfare 2 самый лучший Call of Duty вообще в истории. Но Black Ops 1 и 3 пока очень нравится. 2 не сильно нравится. Про посылку этим Даша заведует. Я сам не знаю, когда она иногда просто закрывает личку, потому что очень много всего передыхает. А так в основном к ней, но временами, в общем. Не думал Borderlands пройти с Джеком и Тёмой. Весьма веселенько. Пресиквел не очень.
Не знаю, как время шло уже, по-моему. Сколько времени ты думаешь посвящать Fallout 4? Да хер его знает. Как обычно, первые дни там серии по 3 в день. А дальше уже по одной, наверное, пойдем. Ну так, размеренно. Ладно, короче говоря, давайте на этом, наверное, заканчивать на сегодня, ребятушки. Что-то я знатно подопоролся. Сегодня стрим у нас был не 4,5 часа, всего лишь 4 часа. Что само по себе тоже довольно много. Я прислал вам щеночка, надеюсь, вы уже распаковали его. Я-то думал, что там копошилось-то пару дней. Сейчас вроде тихо, не знаю, посмотрю через пару деньков. Ладно, это шутка, конечно. Fallout на ПК будет, наверное. Не знаю, посмотрим. Если на PS4 будет тормозить, то посмотрим. Deus Ex, интересно. Ладно, давайте на этом заканчивать, в общем. В принципе, короче, игра довольно хорошая, но, наверное, все-таки ее стоит играть в коопе. Многие моменты прям просились в кооп, там, пока один обходит спереди, остальные сзади расстреливают и тому подобное. Хорошая игра, могла бы быть лучше, могла бы быть сильно хуже. Локализаторов нужно выкинуть из окошка самого высокого здания в том городе, в котором они живут. А так, в целом, вполне себе. Ну и, в принципе, на этом все. Увидимся. Анонс следующего стрима будет в группе на YouTube. Либо если вы здесь подписаны или зафоловлены этот канал, то вы увидите оповещение у себя на почте, что стрим начался. Но я думаю, где-то завтра часов 7-6 по МСК, либо послезавтра. Разберемся, в общем. Ладно, давайте удачи, и было весело. Всего хорошего всем.